like wildlife. Так, и всем привет! Привет игрокам Битвы Замков, если, конечно, они меня в данный момент вообще слышат. Сегодня будет простой стрим, ни о чем, потому если вы, как это сказать-то лучше, если вы, не знаю, если, конечно, вы... Короче, не могу начать этот стрим. Ладно, поехали. Сегодня просто такая редкая у меня возможность наконец-то поиграть, пофармить что-то. С временем, конечно, полный пипец. И потому стрим — это единственная возможность немножко с вами, во-первых, потусить, пообщаться. Во-вторых, хотя бы что-нибудь зафармить. Это раз. Так, вот, что я вспомнил это слово. Слабонервные, да, всех слабонервных, там, людей, которые еще хотят увидеть здесь какую-то информативность, адекватность и все в таком же духе, лучше не смотреть, наверное, этот стрим, потому что сегодня, я так предполагаю, будет марафон. Стрим этот будет длиться очень долго. Буду фармить игру, разговаривать на разные темы. Наверное, может, статистику свою покажу, может, еще что-нибудь покажу. Там, не знаю, в любом случае, сейчас ко мне присоединится Зебраил. Впоследствии, когда Миха Уран 83 приедет с работы, он ко мне тоже присоединится. Ну, короче, будем, как обычно, заниматься ерундой. Так, ну что? Картинка есть, нету, что там? Стрим уже запустил, на самом деле. А мне тут вы пишете, что стрим не идет. Грустно. Подождем немножко, обновите картинку там. Смотрим, у меня тут возможно где-то эхо, наверное, будет. Да. Так. Картинка идет. Все, можете мне не говорить о том, что картинки нету. Давайте заодно сразу посмотрим, сколько вообще нас человек смотрит. Сейчас смотрит только 23 человека. Да ладно, что-то я перестарался в группе, какую-то ерунду, наверное, написал. Ну ладно. Конечно, так мало людей меня никогда не смотрело. Странно. Наверное, всем хватило вчерашнего стрима с Зебраилом. Так, ну поехали. Хорошо, что я вам сегодня расскажу? Ну, во-первых, сегодня записал видео, открывал всякие ништяки у себя на складе. Да, извините, ребята, этим делом заниматься уже на стриме не буду. Потом выложу видео, там всю фигню открывал, короче. Немножко разгребал бардак, который у меня творится на складе. Вот, как вы видите, у меня тут нету никаких ящиков. Ящиков чего? Ящиков с кристаллами. Вот только книжечки остались, да, сущности. В принципе, эти сущности сегодня можно все использовать у Деда Мороза. Как бы я уже давно могу деда качнуть на девятку, но все никак руки не доходят. Так, смотрим, что у нас тут. Дедушка Мороз, да, 8,9 сейчас пока что. Потом впоследствии, сегодня, завтра, может, после стрима или еще когда-нибудь запишу уже тогда его прокачку на девятку. И будем тогда тестить, пойдем на какие-нибудь S-волны. Посмотрим, поможет ли прокачка деда на девятый уровень или нет. Но на самом деле, ребят, когда он качнется на девятку, это будет достаточно круто. Так, что тут? Так. Ну что у нас тут? Давайте в чате пишите, ребята, что у нас, как тут с трансляцией. Отлично. Лена пишет, все норм. Ну тогда полетели. Так, ну что касается деда, как вы видите, мне подфартило халявщику с талантом, бог войны. И плюс у него сейчас наносит по 510 уронов. И впоследствии, когда я его прокачаю уже на 9-й скилл, будет уже наносить по 600% урона двум целям. Но это реально дико много, ребята. Ну вот. Надо не полениться и качнуть его. Давайте, может, сейчас, ради интереса, используем сущности. Посмотрим, сколько они прибавят. Так, что у нас тут получается?
Еще раз посмотрим на деда. Сейчас у него 195 тысяч. И посмотрим, сколько у меня тут за продолжительное время накопилось сущности. Я вообще, в принципе, удивлен, то, что у меня как-то копились ресурсы. Потому что, ну, игра реально мало фармилась. Два раза в день квест проходил. Это был максимум. И не всегда попадал я на мессо. То есть, ну, и на мессо не попадал. И подземелья, тем более, никакие не фармил. Так, что у нас тут? Хотя давайте к сущностям пойдем попозже. Сейчас попробуем мессо создать. Не знаю, с ребятами должен был идти в 5 часов вечера на мессо. Посмотрим, моя команда осталась, нет? Сейчас создам, и тогда можно уже будет немножко побольше поговорить. И вообще, ребят, напишите в чате, пожалуйста, кто живет из вас в Москве? Где все? Зебраил сейчас укладывает спать ребенка. Так, Зебраил сейчас укладывает спать ребенка, а Миха, он в пробке. В пробке едет там где-то в Москве по каким-то трассам. Сейчас, конечно, четвертое место будет дико тормозить. Ну что поделать, компьютер у меня старенький, ему уже 3 годика. Уж извините. Так, создать. Опаньки, нет, не создаем, потому что мне надо изменить команду. Изменить настройки. Просто что сегодня стрим вообще, как говорится, создал? Давно с вами не общался в таком онлайн-режиме. Давно ничего такого подобного не было. Ну, не считая вчерашнего дня, когда мы с Зебраилом и Михой ерундой занимались в эфире. А, так, тыкву мы поставим назад. Купидона мы тоже поставим назад. А, вампир у нас будет танковать. Даже у него нету рун воскрешения, но он все равно будет танковать. А может быть и есть, я уже не помню, что у него стоит. Арест нам не нужен. Шапку мы тоже ставить не будем. Поставим друида и поставим дедушку. Пускай тусуется. У меня как дед появился, я его везде юзаю. Так, и что? Тогда создаем 4-го меса. Ждем сагильдийцев. Становимся на свое почетное место. Так, что-то у вас уже, ребята, много. Из моей команды пока никто не приходит. Давайте одного пока, к сожалению, выкинем. И подождем тогда, ребят. Так, Серега уже подошел. Так, тебя тоже пока что. Костя должен подойти. Ну вот, все собрались и пошли. Так, я из Украины, пишет Назар Залиский. Залиский. Дальше. Ну что у нас тут с Москвой? Есть кто-то вообще из Москвы? Из Москвы. Так, Елена пишет, что не живет в Москве. Я и так об этом знаю. Я сам из Риги, да, ребята. Так, тыква игнорит. Никого я не игнорю. Я с вами. Сейчас вы будете наблюдать супер торможение меса. Да, ну что, ну с этим ничего не поделать. Так, нарколог пишет. Кстати, было бы интересно посмотреть на стрим дядьки Рандома по Deck Heroes. Но это, я думаю, что ты обращайся к Андрею Рылеву или к Руслану Кудрину. Потому что я редкостный ламер в Deck Heroes. И вот пока там ничем заниматься не хочу, да и времени нету играть. Так, ну да ладно, чё мы так тормозим? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пора мне блюстак, наверное, перестанавливать. Так, есть из Москвы, я из Москвы, Сергей Смирнов из Москвы, Александр Светиков из Москвы, Александр Лондвер из Москвы. Ну что, ребята, в конце июля, предположительно, середина июля, конец июля, в ближайшие дни мы уже определимся с датой, будет организована встреча игроков битвы замков. И вот сейчас мы будем пытаться понять вообще примерно, какое количество придет ребят, чтобы, ну, уже понимать, как это все дело организовывать. Или мы пойдем на какие-то шашлыки, там, в какой-то парк, или мы уже будем там снимать какое-то, арендовать помещение, там, со сценой, большим экраном, и будем делать какую-то развлекуху. Потому, ребят, готовьтесь на конец июля. Будем встречаться, я приеду из Риги, ну, точнее, из Юрмалы даже, скажу я вам так, и будем что-нибудь сделать. Встретимся, позадротим вместе, не знаю. Я возьму с собой бомбинтон, можем в бомбинтон поиграть. Ну, в любом случае, придумаем. Так, тыква, князь тыква, 5,9 быстро разгоняет. Ну, на самом деле, тут уже и трудно отвечать, так как я ленивая скотина, у меня уже князь тыква давным-давно
не 5,9. Так, я с Москвы, пишет Арсений Заворотишев. Потому, ребят, в скором времени появится тема в группе «Битва замков ютуберы». И там будем такой проводить мини-опрос. То есть, что вы думаете по поводу встречи игроков «Битвы замков»? Надо ли это, не надо? И вообще, в принципе, кто собирается туда прийти, допустим? Ну, вот как-то так. Так, давайте мы тут пойдем на тормозящего меса. Да, кто мне там начнет писать «компьютер купи», не буду я покупать компьютер ради того, чтобы у меня блюстак не тормозил, потому что, в принципе, кроме этого дерьма, у меня больше ничего не тормозит. По сути, это были бы такие невыгодные инвестиции. Так, ну что, все, идем дальше. Сань, у тебя дед насколько прокачан? Спрашивает Кирилл Кириллович. Прокачан он на 8,9, но вот все, ленюсь прокачать его на девятку. Так, Николай Кошкин, мой сагильдеец, появился. Давай тур по России. Давай деньги на тур по России. Я не знаю, как выбить отпуск мне тут на несколько дней, чтобы в Москву приехать. Так, Арина Якубенко пишет. Я из Украины. Так, ну что тут? Динар Матназаров пишет. Передай привет мне в эфире. Ну, привет, только я не понимаю, как этот тебе привет поможет в твоей, не знаю, личной жизни или интернет-жизни, неважно. Так, главное в Киров заедь. Я даже не знаю, где Киров, если честно. Тыква стоит на бога грома копить? Ну, если ты только недавно начал играть, то я думаю, что по-любому стоит. Это самый первый герой, которого следует купить. Так, смотрим дальше. Продолжаем смотреть чат. Почему фара бьет 6 секунд и 100% урона? Фара, а Влад меньше. Так, ну спроси об этом разработчиков, но в любом случае Влад Дракула будет поинтереснее, потому что фара он слишком мало юнитов цепляет. Ну, конечно, если Влада Дракула нету, то нужно играть с фараоном. Так, Самат Гарифулин, ты назвал БЗ дерьмом? Я называл разве битву замков дерьмом? Нет, вроде не называл битву замков дерьмом. Не помню такого. Что нужно для этой вписки? Вписки? Какой вписки? Ты о чем? Так, Ильнас Галайтдинов. Я из Татарстана. Привет Татарстану. Так, я из Краматорска, пишет Urban Spaceman Games Channel. Так, про Вангая, когда мне тыква выпадет. 2 года в БЗ играю. Ну, желаю тебе удачи с тыквой. Это жесть, конечно, без тыквы играть так долго. Закинь мне на киви 5000 рублей. Если дракона выбью, верну 10 тысяч. У меня на киви только 1500 рублей, ребят, извините. Так, князь тыква, поменяй Windows, и у тебя лагата не будет. Или почисти компьютер. У меня стоит оригинальная восьмерка. Менять на пиратскую семерку я не хочу. Тем более ради вот таких вот стримов. Ну, потерпите, сейчас место пройду, лагов будет поменьше. Но это, знаете, блюстак тоже там. Иногда играешь, нифига не лагает. А иногда, как назло, просто ни с того, ни с сего, ты его даже вроде и почистил, там удалил какие-то лишние приложения, он все равно начинает лагать. Ну, как говорится, надо идти в магазин, наверное, за новым компьютером. Но, не знаю. Лучше я эти деньги потрачу на поездку в Москву, встречусь с кем-нибудь из подписчиков, выпьем, поболтаем. Так, дружище, извини. Костя, ты где? Костя, быстрее заходи. Стрим идет, елки-палки, нам надо место быстрее проходить. Так, я ж пошутил, ты чего? Ты с какой попытки дракона выпил, кстати? Дружище, если ты следишь за моим каналом, то ты должен знать, что у меня нету такого блатного героя, как дракон. Так, где Костя? Ура, варлока выбил. Ну, поздравляю тебя. Что, опять пошла мода выбивания варлоков и других легендарных героев непосредственно именно на стриме? Так, ну что, Зебраил у нас куда-то окончательно пропал. Жена, наверное, его избивает. Так, ладно, где Костя? Ту-ту-ту-ту. Почему кикаете? Потому что у нас команда. Ищем Костю. Костя, ты где? Костя, выходи.
заходим заново на место, потом пойдем на пустошь и потом начинаем какой-то ерундой заниматься у меня на аккаунте, сливать там, например, героев, еще чем-нибудь будем заниматься. Так, что у нас там с чатом? Хотя на самом деле даже неплохо, что людей пришло не так много. На удивление, раньше как-то много людей приходило, сейчас как-то немного. Но такая домашняя обстановка сохранится, я смогу поотвечать нормально на вопросы, не будет большого спама в чате, это очень хорошо. Так, Лена пишет, Зебраил ушел в подполье после вчерашнего стрима. Да нет, вроде с ним 5 минут назад разговаривал, он говорит, пойду-ка я с мелким разберусь, и все, и пропал. Мне кажется, что мелкий с Зебраилом разобрался. Го на пустошь. Да, пойдем мы на пустошь. Подожди немножко. Сейчас еще потормозим на месте. И пойдем. Так, так, так. Ну что у нас тут? Где стрим? Ну, где стрим? Тут человек в танке, посмотрите. А страничку перезагрузить не может. Печалька. Так. Князь Тиква потратит деньги, поездка в Москву и купи видеокарту AMD Radeon. Да ладно, ребят, вы чё? Я вообще не понимаю, как ты что-то написал. Хорошо. Саня, бог войны на Дракулу норм? Да, норм у меня у самого стоит 4.5. Это прикольно. Достаточно много он дамага наносит. Но в принципе... Не знаю, даже если выпадет мне утекание, то я, скорее всего, уже бог войны не буду менять. Не буду менять Дракулу. Но если, может быть, там выпадет утекание 5.5, тогда поменяю. Так, скажи свою страницу в рейтинге по силе. Просто все ютуберы у меня в друзьях, а тебя не хватает. Ну зачем я тебе нужен в друзьях, ну? Какой тебе бонус от этого? Так, Magic Sport Games. Чё, на стрим не приходишь? Скайп твой, это, у меня есть. Из Турции приехал? Только напомни имя с фамилией. Я тебя в скайпе найду, могу добавить. Так, дальше идем. Тыква, если у меня аккаунт находится на войти как гость, можно его на почту перевести? Так, но если у тебя аккаунт не привязан, то, соответственно, ты его можешь привязать к любой почте. А вот если, ребята, вы... У вас уже привязанный аккаунт, и вы с него, допустим, заходите на гостевой аккаунт, и вы все равно попадаете на свой основной, то тогда это есть смысл задуматься, потому что любой человек, который начинает играть, может попасть случайно на ваш основной аккаунт. Это глюки, и потому вам нужно обратиться в техподдержку, попросить почистить гостевые аккаунты. Иначе вам там, знаете, какой-нибудь там школоло зайдет, увидит, о, прокачанный аккаунт, дай-ка тут героев солью. Так, ну что, тут кому-то фиолетовые сундуки, а мне синева. Ну ладно. Так, расстановочку смотреть и за силой следить. Да и в КБ с тобой попробовать пройти босса. Дружище, если хочешь, добавляй меня в друзья. Но для этого тебе нужно скачать старую версию игры, потому что у меня нету свободных мест для друзей. Сейчас там ограничение в 30 человек, и я сейчас не подтверждаю заявки подписчиков на добавление в друзья. Уж, ребят, извините. Как-то так вот. Пожалуйста, не ходи на место, лагает. Ну вот, сейчас последнего места пройду, и все будет хорошо. Так, ты играешь на других серверах битвы замков? Нет, я только там выбиваю героев. Так, Костя у нас опять куда-то потерялся. Ждем Константина. Это, кстати... Топовый игрок нашей гильдии, у него 140 с чем-то тысяч силы. Это реально много. Я тут парился до 120 тысяч, качал. Так, Magic Sport Games, он у нас, к сожалению, или... Ну, точнее, для нас, к сожалению, для него, к счастью, еще не приехал из Турции. Сидит в Турции вместо того, чтобы загорать на пляже. Вот представьте, вот чисто игрок битвы замков. Вместо того, чтобы отдыхать в отпуске, загорать на пляже. Он сидит и смотрит мой стрим с тормозящим месом и все в таком же духе. Вот, вот, ребята, вот как надо играть. Droid 4X эмулятор пробовал. Говорят, что не лагает. При съемке сам не проверял. Да, он не лагает, но, к сожалению, мой процессор...
он не работает с этим Droid 4X. Там надо ставить виртуализацию, и эту виртуализацию не получается у меня поставить. Так, ну а мы наблюдаем на тормозящего места. Когда же мы еще можем на тормозящего места посмотреть? Так, сейчас мы тут забьем его. Так, попробуй на босса в королевской битве без тыквы. Тактика тащит, докажи это. Если я пойду в королевской битве на босса без тыквы, ну, у меня будет там нормальный напарник, а там какой-нибудь из топовых игроков, то, в принципе, там боссы все проходятся и с одной тыквой. Очень часто, кстати, потому что мою тыкву бывает убивают, там, если на каких-то там, не знаю, там, боссов напариваюсь сложных, то бывает там тыква умирает, она у меня впереди становится, стоит и проходится босс с одной тыквой. Ну а если ты имеешь в виду вообще на босса идти без тыквы, ну тогда, ребята, это до свидания. Пройти так невозможно. Так. Так, 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 задаем вопросы, ребята. Как убрать гостевой аккаунт? Обратись в техподдержку, напиши, почистите, пожалуйста, мой гостевой аккаунт, так как мой основной аккаунт попадает почему-то туда. Так, Urban Spaceman Games Channel пишет, мне арест недавно выпал. Ну, поздравляю тебя с арестом. Главное, чтобы ему еще и реанимация хорошая выпала. Желательно 5,5, тогда вообще будет шикарно. Так, Magic Sport Games пишет, как я мог пропустить твой стрим. Сейчас, небось, жена купается на пляже, а Magic сидит в гостинице, смотрит мой беспонтовый трёп. Чё там жена? Что жена? Всё? У меня жена на пляже? Да не твоя жена, я говорю, Magic Sport Games сейчас находится в отпуске, в Турции. Прикинь, что он делает? Я помню. Прикинь, что он делает? Сидит, смотрит стрим. Да? Да. Ну, а я не знаю, я вообще удивился, что он два этих видео записал с вебкой, когда он там кого-то выбивал. А, так, ребят, поздоровайтесь, это голос Зебраила. Это голос Зебраила? Так, это голос Зебраила, да. Так, ну так, что, пошли на хаоса. Ну пошли. Я тоже пойду квесты повыполняю, пока ты. О, будешь. Я сегодня, короче, ради интереса сделал расстановку с 5 башнями. На самом деле полный бред, если вы там вчетвером идете на второго хаоса, то там можно, в принципе, если вы немножко прокачан, можно уже любую расстановку поставить и спокойно его проходить. У меня обычно стоит изменить. Вот, у меня стоит с тремя вот такая вот, блин. Вот такая вот у меня расстановка стоит обычно. Ну вот, и сейчас. Там не предлагали денег за вебку еще, нет? За вебку денег нет, не предлагали. Ну ладно. А, вот тут пишет Go вебку. Парни, вы знаете систему. Так, ну что у нас тут? Ребята заходят, не заходят? Ты тут с гильдией, да, уже? Да-да-да, я с гильдией. Ага. Понятненько. Так, я сейчас без наушников, и если нас нормально слышно, если нет никакого эха, напишите тогда. Вот-вот мне нравятся вот эти вот. Если князь прочитает этот комментарий, то я съем USB. Ну а что ты гонишь? Ты же нифига не съешь. Да, какой смысл, я не пойму. В этом вообще. Так, Саша, ты будешь участвовать в конкурсе Бэтмена? Максимус 3 семерочки уже в участниках. Так. Не понимаю даже, о чем ты говоришь, какой конкурс Бэтмена. И вообще, я не понимаю, где Константин. Так. Константин? Константин. Так, мы будем во что-нибудь сегодня играть, интересно. Как ты думаешь? Ну, я играю уже, не знаю, как ты. Во что ты играешь? В битву замков. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Коля Белоглазов пишет, удачного стрима, спасибо. Я думал, во что-нибудь другое поиграем, например. А у тебя есть Killing Floor второй? Нет, у меня Killing Floor. Ну ты, блин, я тебе месяц назад писал, чтобы ты скачал. Так, ладно, Костя куда-то потерялся. Да, все пускай заходят. Так, что тут пишут? Да, всем привет. Что-то у меня чат завис. Или это просто не пишут?
А нет. У меня чат завис. Так, что-то мне писали. Привет, привет. Тебе началось что-то писали, кому ты нужен? Что, вот. Что за вымогательство? А, я не помню. Ты хоть скажи, кого первее переводить, Грома за 120 или Дина за 100? Смотри, это 100 рублей стоит этот ответ. Я выбил наемного. Князь, ну, я думаю, что переведи, наверное, деда, чтобы там оба как-то подходили, там равных уровней, наверное, были. Так, ну что у нас тут? Константин, все, пришли. Стартуем. У всех разная расстановка. Ладно, давайте прикалываемся так. Один тут без башен пошел. Проблем нету. Так, ты будешь играть в Deck Heroes? Я предполагаю, что больше не буду играть в Deck Heroes. Я, конечно, думал записывать там дальше приключения нуба. Именно играть только тогда, когда записываю видео, там делать какие-то длинные летсплеи и вместе с вами открывать игру. Но на самом деле это долго и тупо, потому что, ну, как бы вы быстрее что-то узнаете о игре, чем я, если я буду просто там раз в неделю по 20 минут на видео играть. Ну, глупая, наверное, была затея. Хотя, с другой стороны, для фана, play for fun, было бы нормально. Но вы же этого не поймете, вы меня начнете там в комментариях учить, троллить и все в таком же духе. Для фана нужен CSGO. Как раз для таких длинных стримов, когда мы свободны, вот, можно будет поиграть, потроллить чуваков в игре, например. Мне уже сигильдиец пообещал купить CSGO. Ну вот видишь. Он говорит, у него 300 рублей ненужных на там лежит, на стиме. Потому что ага. Ждем скидку тогда и покупаем. А каким образом? Он закинул просто? А я не знаю, короче. Ну если что, я закину. Мне... Ну это просто мне вообще надо сначала на стиме зарегистрироваться. Так. Так, блин, ну ты вообще, ты, короче, никак, ты как этот, как ленивец, все медленно у тебя, пока зарегистрируешься, кому-то такая проблема. Ну так у тебя работа твоя заключается в чем? Ты сидишь у компьютера, а моя работа заключается в том, что я бегаю со сковородкой на башке по кухне. И когда я это делаю по 14 часов, 4-5 раз в неделю, то да, я становлюсь очень ленивым человеком. Да блин, ну тебе просто надо найти нормальную работу. Нормальная работа. Ну конечно. Хорошо, оплачиваемая. Нет, ну не знаю, Сань, ну ты счастлив, не знаю, можно уже помедче работать и побольше времени оставлять. Я куплю CSGO. Вот смотри, Влад Перваков, мой любимый подписчик. Спасибо тебе, Влад, я жду тебя и CSGO. В принципе, у меня есть Steam, поэтому если вы хотите, можно уже что-нибудь решить. А, тут мне ВКонтакте Magic пишет, что он кепку Бэтмена разыгрывает. Magic, если я выиграю кепку Бэтмена, то... Каким... А, кепку Бэтмена. Бэтмена, да, то... А вы думали, что там за розыгрыш у него? Да, то каким образом ты мне ее потом передашь? А хотя, мы же в Москве встретимся. Ну, 4x на iOS идет? Ты как? Так, ребята, у вас есть необычайная возможность, если вы все-таки припретесь... припрётесь на встречу в Москве игроков БЗ, вы сможете отомстить мне лично за слив такого героя, как Разрушитель. Так, тут у нас один спамер появился. А чему у меня стрим идет, а половина экрана написано, пожалуйста, подождите, и черный экран. Ну, выкинь свой, не знаю, телефон куда-нибудь. Steam. Так, тыква, кого ставить, бульдозера или рыцаря тьмы, если ставлю тыква? Ну ставь бульдозера, я хоть и не понял твоего вопроса, но определенно, наверное, ставь бульдозера. Так, слушай, я тебе сейчас... А, слушай, можно в Агарио поиграть, точно же. Ничего не нужно качать. Сейчас можно зайти будет, потом. Блин, у меня тут что-то упало. Я свои длинные ноги куда-то высунул, у меня что-то попадало там внизу. Так, проходим дальше. Пустошь хаоса вторую. Так. Так. Что у нас тут? Так. Серега, ты где? Сань, ты не забыл, да? То есть, все, мы забиваемся на ГРО. Я тебе обещаю, что тебе понравится эта игрушка. Тем более, ничего не нужно качать. Просто, правда, мне не факт, что мы будем вдвоем, но просто так поиграть. Что за игра? Агар.io.
Агарио. Агарио, а что там сделать надо? Там надо объяснять тебе. Увидишь, посмотришь. Так, спрашивают, а может выпасть два дракона? Ну, за самоцвета не может. Так, не понимаю, где у нас теперь Серега потерялся. Так, как можно получить легендарных героев? У меня только паладин и друид. Ну, каждый месяц тебе дается раз одна, точнее, раз в месяц тебе дается одна карта легендарного героя, и там может тебе выпасть не только паладин и друид. Азат, привет. Тыква, ты тоже скажи, Азат. Тут татары подъехали, поэтому... Азат, привет. Так, чё я пошел в королевскую битву-то? Так, идем на пустошь. Помоги, как получить легендарных героев? Я не знаю, как получить. Подождите, я просто хотел узнать. Тут человек написал, что Droid 4X идет на Android, на iOS, это как? Не, мне кажется, это бред. То есть, типа, можно скачивать на Droid 4X iOS-овские игры? Нет, нет, я думаю, что нет. Ну попробуй, но смысл тебе от этого? Нет, ну как бы есть смысл. Нет, есть намного много нормальных игр на iOS, которые не выходили на Android. Так, хорошо, ребята, ну что у нас тут, задаем вопросы. Кто-нибудь из вас ждет XCOM 2? Нет, я не жду. Мне надоели, я еще в детстве. XCOM? Я в детстве переиграл в пошаговые стратегии. Все, меня на это не хватит. Не, я жду, наверное, новый компьютер. Если у меня будет новый компьютер, на самом деле я бы поиграл, наверное, сейчас в Fallout 4. Только его, наверное, жду. В принципе, но я знаю, что у меня он не пойдет нормально, поэтому не знаю, что делать. Но на самом деле много нормальных игр вышло недавно. Вот мне очень понравилась игра Ark, по-моему, как-то так, Survival, что-то такое, очень красиво. Можно было бы поиграть в Steam, кстати, в нее вдвоем, типа выживалки, короче, ага. С динозаврами. Влад Митрофанов спрашивает, кого ставить, какого героя. Ну, бульдозера ставь, все, и не задавай больше этот вопрос мне. Тыква купил себе бога грома, как думаешь, купить фараона или качать бога грома шаманом? Тыквы, Дракулы нету. Так, ну покупай фараона. Единственное, что потом будет обидно, если он тебе выпадет за самоцветы. Если ребят вампира нету, то надо тогда фараона так, покупать. Азат, да, мне нужен не на доширак, а на CSGO. Все, я просто извини, что влез. Да, Зебраилу нужно, а мой киви внизу под описанием. Нет, ну как бы тут можете Сашке кинуть тоже на CSGO, и мы будем играть вдвоем, и ни хрена нормального не будем снимать. Но может быть весело. Так, все, последняя попытка пустоши, и потом будем думать, чем мы будем заниматься на моем аккаунте. Я предлагаю слить пару героев. Как что ты скажешь? Народ подтянется, да. Конечно. Так сколько у нас вообще народа-то смотрит сейчас? 75 человек только. Ну это начало. Никто же не знал, что ты стрим запилишь. Да не, я в группе вывесил. Ну правда, я там написал, никому не смотреть. Почему? Ну потому что у нас, как обычно, будет трёп, неадекватный стрим и все в таком же духе. А ты будешь под The Heroes спрашивать тебя снимать видео? Нет, по-моему, он говорил, что не будет видео. Так, кого переводить на следующую звезду, пишет Вадим Данилин, Деда, Ареса или Бульдозера. Илья, Весельчак тут постоянно спамит. Какой взлом, про какой гостевой аккаунт? Я не в курсе. Я уже про гостевой аккаунт все рассказывал. Когда стрим, ребята, спрашивают. Проснись и пой. Зебра, куда едем этим летом, тебя спрашивают? Я в Крым еду. Ты в Крым едешь? Да. Вот еще 100 рублей не хватает, и куплю билеты. 7 июля улетаю. Ах, вот оно что. Да. А что тут делать? У нас, ты не поверишь, у меня сейчас стоит отопление в комнате на полную. Я в свитере сижу, еще мерзну, в двоих носках. У нас нет воды горячей, у нас плюс 6 за окном, летом причем. Вообще пипец, такого никогда не было. Я никогда так не... Даже зимой так не мерз, блин, как сейчас. Жесть. Ну да. Это у вас там в этом, в Шпротляндии тепло, а у нас, к сожалению, заполярный... У нас еще и пиво-ляндия, и интернет-ляндия.
Да. А у нас ни хрена. Ну, просто город такой, видимо, далекий. Так, передай привет нашей гильдии. Как наша гильдия называется? Гильдия диктатура, наверное. Так, у нас на самом деле две гильдии. У нас есть гильдия диктатура и гильдия диктаторы. Так. Гильдия Дик. Диктаторы. Ну, гильдия диктатура сейчас на 19 месте по силе. Так, а гильдия диктаторы должна уже войти в топ-100 гильдии по силе. Давайте посмотрим, у нее получилось или нет. Но я чувствую, что скоро получится. West Coast гильдия. Короли. Russian Влад, Team. простите, Влад Митрофанов пишет, что в Крыму плохо. Почему там плохо? В Казань едьте, а я буду в Набережных Челнах в августе. А, ну вот, диктаторы на 107 месте. Я не Так, вижу. А, у тебя же картинка. диктаторы и диктатура, ребята, отзовитесь сейчас. Всем привет моим сагильдийцам. Так, ну что? Давайте тут побьем попытки, наверное, на арене. Боржом. Что из этого получится? Вон, меня скинули на 300-е место. Конечно, если на арену каждый день не заходить и постоянно ее не фармить, то там, конечно, каких-то супер результатов добиться сложно. А если вы еще и как я играете, то есть вы не ставите руны реанимации героям, то, конечно, это вообще грустная ситуация. Но каким-то образом... Так, что-то я туплю. Но каким-то образом до топ-100 арены я дошел, а потом все. Потом уже мне лень стало и как бы понимал, наверное, что сильно дальше меня там не пустят. Ой, блин. Вот я дурак, заговорился, короче, и не успел ничего героев поставить. 5 героев только поставил, к сожалению. Да ну эту арену нахрен вообще. Ну да, это так, чисто для развлекухи. Вот меня даже тут и сейчас. Nextbyte, ты говоришь, что у тебя iPhone и можно через ПК играть. А каким образом Android 4X тут, как он связан вообще с этим? Это же для Не Android. знаю, это да, это для андроида. Так, ладно, давайте попробуем обойти этого игрока. Так. Вон тут чувак пишет, донат Гуау можете сделать? Допустим, 1000 рублей будет игра с подписчиками в любой игре. Или будет разыгрываться какая-нибудь игра. Пока не очень понял, как это все действует. А, вот Игра Макс пишет. Подпишитесь на мой канал, в среду я вам куплю CSGO. Да, Ага. да. Это в среду, когда там родители на обеды дадут. Лучше кушай обед, но не скидывай нам деньги. В детстве очень важно хорошо питаться. Так, дальше что у нас? Ты, зараза, меня на арене атаковал. Да ладно. Так, ну что, молчанку я кинул раньше, но иногда это меня не спасает, потому что у меня на героях нету ни у кого толковой реанимации, и руны реанимации для арены я тоже ленюсь ставить. Конечно, это бы мне помогло. Ну и после введения варлока, конечно, на арене сейчас, наверное, вообще сложно. Так, идем дальше. Князь, можешь принять в гильдию? Когда научишься без ошибок писать, тогда я Ну, тебя и приму ответь. в гильдию. Тыквы и зебра, вы верите в сатану? 200 рублей, и я отвечу на этот вопрос. Так, ну я отвечу бесплатно, Ты чё? я иногда в меня вселяется сатана. На работе. Слушай, у меня через 9 дней все будет построено, оказывается. Ну, все здания до 20-го построятся. Вот. Да, хватит уже хвалиться. Вчера на стриме хвалился, сегодня хвалишься. Чё хвалюсь-то? Я просто наконец хочу сказать, наконец-таки. Начинайте стрим. Да стрим-то идет. Тебя просят перед... Азат говорит, что ты можешь собрать за 30 тысяч нормальный компьютер, который не будет лагать. Слушай, я знаю, за какие деньги и какой нормальный, ненормальный компьютер я соберу, только смысл мне от этого. YouTube — это мое хобби. На нем я не зарабатываю каких-то величайших сумм и не знаю. У меня есть моя основная работа, и если я сейчас еще ради YouTube буду собирать тут компьютеры все за 800 евро, Но зачем ты оно мне надо? можешь вообще в целом купить себе компьютер, не обязательно для Ютуба. Ну зачем, если у меня этот не тормозит? Ну, Да, кроме Блюстака и стрима. а ты во что-нибудь играешь, кроме этого? Нет. У меня нету времени на это.
Так, ну что-то я тут простираюсь, короче, на арене. Да хватит уже на арену. Ты на каком-то месте-то? Ну сейчас 285-е. Но я пару дней толком туда не заходил. Ничего себе, я знаешь, на 40 тысяч, блин, как это правильно? А я, кстати, когда я в топ-100 входил, знаешь, кого его мне пришлось побить, чтобы в топ-100 зайти? Кого? Твою начальницу, Тигрулю. Че ты начальница-то? Моя это соклоновца? Как? Так, почему ты создал свой канал? SR20RUS, друзья, вступайте в гильдию. Человек, который купил всех ютуберов. Гильдия, которая купила всех ютуберов. Гильдия SR20RUS. Входите туда, вступайте. Напиши, в каком месте. Потому что если вы туда не вступите, то реклама скоро появится уже на телевидении. Потому быстрее вступайте туда, и этот человек от нас отстанет. Гильдия SR20RUS. Сам в Крым скоро поеду, там круто, удачного отдыха, зебра. Спасибо, Диман. Так. Ладно, что мы делаем? На арену я пошел, там опозорился. А, так, что у нас тут? Запросы какие-то. У нас жарко, плюс 36, это где-то. Еще раз повторюсь, ребята, у меня количество мест для друзей, ну, блин, оно ограничено. Я не могу вас всех добавлять. Погода. Ой. Че, в Казани, что ли, 36 теперь? Нет. Где он говорит, интересно. Так, у меня тут 7 карточек уже квеста. Давайте одну используем ради стрима. Чего ты там хочешь открыть? Где уран 83? Он придет, наверное, через полчаса. Да, он сейчас своим жужиком управляет, едет домой быстрее через все пробки. Тебе на 15 рублей на Киеве кинули. Можно закрывать стрим. Да? Да. Сейчас проверю. Нет, врут, ничего мне не кинули. Так, ладно, хорошо. Что у нас тут по квесту? На самом деле, ребята, да, кто не качает силу целенаправленно, ну, я могу сказать, что это неправильное ваше решение, потому что награды достаточно хорошие. Вот у меня уже на 120 тысячах по 12 книжек фиолетовых, по 39 синих. И иногда вот, там за какие-то задания очень хорошо радует кристаллами героев там. Крыму не 34, я смотрел. Какой твой любимый ютубер? Мой? Да, спрашивают. В плане битвы замков или вообще? Я, видимо, думаю, что вообще. Академик? Я думал, ты скажешь, что это я. Да-да, сейчас. Засранец. Ты что сказал? Тебя спросили, какой твой любимый ютубер? Ты не сказал, что я, ты сказал, что Титан Спел. Все. Так я по битве замков сказал. Мы квиты. По битве замков у меня самый любимый ютубер — это канал Артемки. Да? Да. Так. Какой талант смерти подходит? Ну хорошо. Чего стрима нет, спрашивают? Какой стрим? Стрим-то будет, нет, Сань? Стрим? Что-то мы разговариваем, а ты стримишь вообще? Не знаю. Так, вот у меня смерть, ребята. Прокачана она, конечно, на 6,9 только, но вы не поверите, я с ней хожу на S-волну, пытаюсь штурмовать, потому что она дольше остается жить, чем Арес. Как бы это не было смешно, как бы это не звучало смешно, но выживаемость у нее хорошая, при том, что у нее нету кулдауна, она сама лечится благодаря своему скиллу, плюс у него какое-никакое, пускай маленькое, но стоит утекание жизни. Так что у тебя есть возможность, вот у тебя сверху и снизу полосы, напиши, что типа, ну, CSGO, там собираемся 400. А я не знаю даже, куда писать. Ну, ВБС, текст. А, ну что, я сейчас буду на стриме разбираться? Да. У тебя 3 часа стрима, ты думаешь, ты эти все 3 часа какую-то полезную информацию будешь докладывать? Ну, нет. Ну, я могу подвечать просто. Ну, нет, как бы, ты как хочешь. Я могу подвечать. Да, кстати, я что, пока не забыл. Друзья, у Титан Спелла сегодня 30 лет, юбилей, поэтому можете его поздравить или на канале его, или ВКонтакте. Да, есть. Ребят, зайдите, поставьте там где-нибудь в комментариях, оставьте там с днем рождения, еще что-то сделайте человеку приятного, потому что, во-первых, это один из первых людей, кто начал записывать. Опа, вот я дурак, приколите.
Что-то я вообще тупанул. Это один из первых людей, кто начал записывать видео по игре «Битва замков». Я сам, когда начинал играть, я смотрел его видео. Андрюхина и его, потому там поздравьте. Так, у меня тут с босса просто рыцарь остался. Я с ним, короче, решил пойти в жестокое подземелье. Хотя мог бы и пройти, взял сейчас попытку, потерял. Ладно, давайте поставим вместо него Деда Мороза. Или кого? Кто у меня здесь стоял? А давайте шапку поставим. Зебра, ты тут? Зебра. Я вообще тут? Кто-то здесь есть? Зебра, ты куда пропал? Ребят, нет трансляции. Нет, есть трансляция. С трансляцией все хорошо. Не врите мне. Так, идем. Жестокое подземелье. Только я не понимаю, куда Зебраил пропал. Я здесь. Я отходил. А, пописить? Нет. Чипсики взять. Вот давай только ты не будешь сейчас хрустеть мне микрофон. А я буду выключать микрофончик, если я буду хрустеть. Ой, как, блин, да ладно, что меня тут повыносили-то, а? Все, нафиг, надо выходить быстрее, пока меня тут... Вот так вот и происходит, что-то я тебя вот заслушался. Так вот. А что там, я не вижу, ты там какого-то... Я пошел, короче, в жестокое подземелье. А там какая фишка? Иногда все хорошо происходит, а иногда бывают проблемы. И проблема заключается в том, что... У меня сейчас босс начал агриться не на Деде Морозе, а именно на моих героях. Да и вообще, в принципе, если там весь план проходит успешно, то всегда нужно следить за своими героями. А это, знаете, достаточно лень, особенно если ты разговариваешь там. Ты отвлечен на какие-то другие вещи. Ладно, потратили мы самоцветы. Уже две попытки просто в никуда ушли в жестоком подземелье по моей глупости. Ладно, пошли дальше. Так, ладно, ну что, выпускаем здесь дедушку. Блин, магию я забыл выпустить. Короче, все, не мой день сегодня, ребята. У меня мозги уже не соображают. Я уже магию никакую не ставлю. Скажи, вот. А так не слышно, если я так хрустил? Слышно. А так? Ты там сейчас что-то чавкал, наверное. Так, князь тыква, гос, играем в Доту 2. Да я там полный нуб, что тебе со мной играть? Так, все, ладно, еще одна попытка пройти жестокое подземелье. Хватит мне уже тупить. Так всегда, вот видео записываешь или стрим, и у тебя начинается там тупак 80 уровня, превращаешься в него. Ой, блин, тупак? Ну, тупить начинаешь. Я понял, первый раз просто слышу такое выражение. Ну так ты же не из Латвии. Так, сейчас у меня тут тыкву, наверное, убьют, или? Тупак из Латвии разве? Нет, шапур. Я говорю, выражение у нас есть здесь такое, наверное. Или это я придумал. Тыква хоть иногда БЗ надоедает. Конечно, надоедает. Потому я сейчас его и фармлю мало. Я больше видео записываю, чем фармлю БЗ. Так, да. Продолжаем так. Проходить квест. Ну-ка, чуть фейлю ворога. Варлока качаем. Новик с нюхой. Новик с нюхой. Тебе 100 рублей. Да. Где Андрей Рылев? А, он... Не знаю, ему не интересно, видимо, с нами тут пить. В Новосибирске. Да, Андрей записывает информативные видео, мы... А мы что записываем? Мы херню. Херню какую-то записываем, да. Так. Научим, не бойся. Так, мистер Красава, кого ты учить собрался? В CSGO, видимо, тебе. Может быть. Идем дальше. Так, каким образом попасть в гильдию, попасть в рубрику «Ярмарка гильдии»? Ответьте. Под самым последним выпуском «Ярмарки гильдии» оставляй исчерпывающую информацию о своей гильдии. Или спроси у гильдии SR20RUS. Да, и оставляй в комментариях информацию о своей гильдии, и в случайном порядке я потом выбираю и, ну, из всех гильдий выбираю 10 гильдий и потом их рекламирую в ярмарке. Но, ребят, заявок там реально достаточно много, а я один, потому если ваша гильдия там на протяжении нескольких недель не может попасть, то, ну, извините.
И очень часто бывает там просто, ну, какую-то фигню пишут там. Вступайте в гильдию такую-то! Или напишут только там про взнос. Или там даже не напишут время босса. А хватает просто написать взнос, время босса и порог, и от которого силы... Какие-то. Нет. Все. В ярмарке гильдии все бесплатно происходит. И отправить... Фу ты, отправить. Забраил, блин. И написать, со скольки силы вы принимаете в свою ненаглядную гильдию. Так, идем дальше. Тупим на стриме. Блюстак, сволочь, тормозит. Так, что у нас тут? Какая-то тут фигня непонятная в чате появилась. Тут что-то все, блин. Есть эмулятор на iOS? Нету эмулятора на iOS. Отстань от меня. Кого на, на звезду седьмую? Друида или бога грома? Так, ну друида переводи. Ух ты, а как? Подожди, а как тут нарисовали такое, слышишь? Я вот тоже не знаю. Прикольно. Это лайфхак какой-то. Дима Саитов написал. Есть стимулятор на iOS. Рой. Так, что у нас тут? GovKS. Ну нет, у меня даже не установлен Steam. Потом... качать. Да, еще качать, и все в таком же духе. Представьте, сейчас тут час... Будем час смотреть, короче, как у меня устанавливается там. Ну, как я качаю, регистрируюсь, устанавливаю CSGO. Потом выставляю себе настройки. Ставить деду ремку? Нет, ни в коем случае не ставь деду ремку 5.5. Она ему не нужна. Тебе нужно поставить в первую очередь деду талант, это бог войны, или на крайняк хотя бы бастион, для того, чтобы у него увеличивалась атака, дэмаг. Потому что он дэмагер, а ремка, ну, нету смысла на него ставить. Это глупое решение было бы, особенно для фарминга каких-то волн. Так, идем дальше. Тыква, передай привет. Сейрун, барон, привет. Слушай, такое ощущение, что у нас, ну ладно, не буду. Что? Что у тебя за ощущение? Не, я не хочу говорить. Что ты не хочешь говорить? Да нет, я... Забей. Ничего, не смешно это было бы, я просто так ерунду хотел сказать. Как обычно. Так, ну что тут у нас дальше с вопросами? Зебра Саса, Саса, что лучше, доширак или ралтон? Ответь, плиз. Какой ралтон, вопрос... блин, почему ты говоришь ралтон, если это роутон? Блин, что тут 100%, Сань, роутон. Да? Угу. Ну, у нас реклама шла. Я, извини, не разбираюсь в этой вашей фигне. Я думаю, что доширак и роутон один. Ой, тут у меня один... человек, эксперт, написал: проблемы со стримом не из-за компа или блюстака, а из-за интернета у тебя. Дружище, я уверен, что у меня интернет намного лучше, чем у тебя. По 90 мегабит в секунду, я думаю, есть не у каждого. Так, нам, надеюсь, не слышно? Сильно. Что там у меня происходит? То, что у тебя мелкий кричит. Папа! Да. Папа, где 100 рублей? Бля? Так. Скиньте мне на киви Зебраилу 100 рублей ребенка. Что? Короче, кидайте мне деньги Зебраилу ребенку. Во, как-то так. Кидайте мне деньги Зебраилу ребенку? Ну, короче, да, что-то. А, прикиньте, как я сегодня лоханулся. Вот, видите этот квест? Этот квест с сердечком. То есть надо там пожертвовать какую-то определенную сумму золота или еще чего-то. И прикол оказался в том, что я не знаю почему, я подумал, что у меня всего хватает золота с маной. Нажал, и вместо вот этой вот надписи у меня тут типа: не хватает ресурсов, купить их за 500 самоцветов. Я такой: да! И потом мат-перемат на всю квартиру. Прикиньте, 500 самоцветов, блин, просто в никуда просрал. Есть, у меня пару раз такое было. Жесть. На автомате уже. Да, на автомате. И... блин, пипец, так обидно было. Особенно самоцветов сегодня у меня немного. Да. На самом деле грустно. Грустная так, была ситуация. Мультик у нас пишет: привет со стрима. Человек, который просил мне прорекламировать его гильдию, что ли, канал его. В общем, привет тебе, Вольфик. Так, ладно, пойдем на рейды. Новик, привет.
Скажу я вам, ребята, не люблю я играть в битву замков с компьютера. На самом деле неудобно. Нельзя так все быстро и четко сделать, как на телефоне, наверное. Не знаю, там. Ты уже, Зебра, наверное, привык? Мне никто ничего не кидал. Я привык, на самом деле, удобнее. Вот я тут что-то не могу шапку кинуть. Да. Плюс еще из-за стрима у меня зависает. Ну что, вебку включать? Ну зачем тебе моя вебка? Что-то не видел, вчера же только записывали видео с вебкой. Если 1 000 000 лайков наберет видео, тогда включим. Да. Да. 1 000 000 лайков? Да. Интересно, есть вообще видос? А, ну хотя, может быть, этот... Хотите вебку, кидайте 100 рублей, вон, на Киви счет, все, придумал. Псай. Да. И Псай у нас, сколько там у него? 2 000 000. Дальше. Ну, почти 10 миллионов лайков на видео. Скажи свой Киви, посмотри в описании внизу под этим стримом, или в описании канала есть мой кошелек Киви. Только ты ж туда все равно ничего не кинешь, что ты спрашиваешь. Не, а так что, я смогу отбить свой энергетик, который я купил для стрима. Так, я пойду успокою мелкого, сейчас подойду. Смотри, чтоб он тебя не успокоил. Так, ну что, проходим понемножку квест. Вы боитесь эболы? Что такое эбола? А, вирус эбола. Во, или эбола. Нет, не боюсь. Так. Хорошо, у нас тут уже пошли, короче, торги. Лена пишет, что кинет 300. 300 рублей, мы не включим вебку. Хорошо, кидает 300 рублей, мы тогда не включаем вебку. Давайте, ребята, устраиваем, кто даст больше, то есть, ну, вы там между собой, вы кидайте деньги, разбирайтесь между собой, что мы делаем, включаем вебку или нет. Передай привет Кириму. Кирим, привет. Так, что, давайте тут выпускаем снова 4 героев. Блин, не получается это быстро сделать, конечно, мышкой. Так что, опа. Шапка там что, я не понял. Что она сдохла-то? Не заметил я этого момента. Наверное, на отражение какое напоролось. Фиг его знает. Да, бывают в жизни разочарования. Ладно, давайте сюда запустим, короче, вампира. А он не запускается. Хотя уже и не надо его запускать. Так, все, прошли. Да, не люблю я с компьютера играть. Так, князь, ответь, какой талант поставить фараону? Ну, бог войны поставь. Расскажи историю из реальной жизни. Ну, какую ты хочешь историю от меня услышать из реальной жизни? О чем, например? У меня как-то даже сейчас в голове и нету таких никаких мыслей. Историй о реальной жизни. Так, ладно, давайте шапку заменим тогда на смерть, раз у нас шапка умерла. Уже не будем, как последние мажоры, воскрешать героев за 10 самоцветов. У нас самоцветов осталось не так много. Нам еще нужно оставить самоцветы для королевской битвы. Сегодня еще королевскую битву пофармим. Да. Свет тут, друзья. Фух, ты меня напугал. Он, оказывается, доширак просил, плакал. А, да? Да. Так, ну что там у нас? Что там? Кто-то что-то делает? Какие-то подвижки есть? Не, мне деньги так и не кинули. А Лена говорила, что кинет 300 рублей, если мы не будем включать вебку. А, подожди, я просто хочу прочитать. Сообщение уже парень пишет. Давай тебе кину варлока. А ты мне 2 фуры с дошираком, я отказываюсь. Ну да. Ну, вы просто понимаете, что ставил. Для Зебраила доширак намного важнее. Не, ну смотри, 2 фуры с дошираком, это мне до конца жизни хватит. А чё варлок-то мне даст? Да. Правильно? Ну, варлок тебе? Да, да ничего тебе нубу не даст он. Во-во. Честно, ты его уже, знаешь, сожрать не сможешь. Я уже не надеюсь, на самом деле, на каких-то нормальных героев. Я как-то привык уже к тому, что у меня есть сейчас. Как-то играется нормально. Приколи тут один утырок, короче, пишет. А когда ты сдохнешь, кому аккаунт будет? Я тебе отдам. А, блин, зачем я удалил его? Заблокировать надо было. Вот я дурак тоже. Не место нам утыркам на стриме. Так, ребята, поставьте, может, лайки, я не знаю. Если вы все-таки смотрите мой с Зебраилом бесполезный треп, ну, поставьте хотя бы нам лайк. Мы уже за это будем
очень благодарны вам. Хорошо, что у нас там с этим квестом. Когда-нибудь я в жизни его сегодня пройду. Давайте забираем, короче, тут лут. Блин, это все дело тормозит меня, бесит, короче. Как назло. Сегодня целый день вроде сидел через блюстак, ничего не тормозило. Вот. Сволочь. Ну, кого ладно. Пятерку? Всех, кроме Химеры. Так, ладно, ну что тогда, пошли в королевскую битву. Да. Давай. А я уже отходил. Я сейчас пустошь фармлю. А, может, можно ману потратить сейчас, короче, какому-нибудь герою. Так сколько у нас сегодня эти, еще раз говорю, видео записывал, какие-то херню открывал в складе, чистил его немножко, и у меня сейчас 2 миллиона, 2 миллиона, ну, не так выразился, я говорю, 2 миллиона этих синих кристаллов, и я могу сейчас, наконец-то, хоть какому-то герою немножко просвещение поднять. То на полных галиках вечно сижу, просвещение не качается основой, и это достаточно плохо. Вот сейчас у меня и мана полная. Так, давайте, кому у нас тут? Ну, Купидон у нас грустный и несчастный. Давайте Купидону тогда. Так, Купидон. Ну все, теперь у нас Купидон 90-го просвещения. И мана закончилась. Хорошо, пошли тогда в королевскую битву. Может, там босс какой-то выпадет. Вон тут чувак скинул фотку. Можешь открыть ее, кстати. Где фотка? Азат, спасибо. В скайпе. Там чувак нарисовал тыкву в старости. Тебя, то есть. Куда ты, в чат кинул нам ее? В скайпе тебе кинул. Ты можешь посмотреть. Нет. Нету. Помоги. Как это нету? Или в чате беседы. В чат скайпа беседы. А, ну да. Помоги восстановить аккаунт, друзья. Мы этим не занимаемся, честно. Это если... надо обращаться в техподдержку. Если вам не отвечают, то мы тут ничего не можем. Так, я не знаю, как у меня с этими обрезками экрана будет видно. А не видно, в принципе. Пока не видно. Ну, как оно будет видно, потому что у меня там экран обрезается. Ну, прикольно. Прикольно нарисовали. Магичка. Нет, магички не будет, Никита, потому что, к сожалению, у нас Сашка не скачал ее. Да. Скажи, что князь тыква на место сходил, плиз. Так я уже на место ходил. Лохи! О, еще один утырок к нам пришел. Хорошо, заблокируем тебя. Видно, видно тыкву. Да, я вижу, что видно. Так, дальше идем. Играем дальше. Ну что, пришли мы в королевскую битву. Осталось у нас 1 300 000 синих кристаллов. Так, ну что, пойдемте по кругу тогда. Над всеми измываться и всех избивать. Только немножко поменяем, наверное, расстановку. Так. Так, вампира посередине. Дедушку назад. Купидона тоже назад. Начали добавляться, блин. Кто начал добавляться? Да ты меня запалил мой скайп. Ты мне сказал, посмотри картинку. Вот, все. Я посмотрел. Ну ладно, ничего страшного, я думаю, не будет. Как-то можно к вам в скайп? Я хочу стрим с вами. 1000 рублей. Чё ты там загнул? Ну ты сейчас прикинь этот... Алло! Ну мне звонили вчера, а чё они скажут? Алло! Не, на самом деле... На самом деле, когда там принимаешь эти звонки, да, на стриме, там просто люди молчат. Один раз принял, после стрима не выдержал, и там... Это голос... Не думали, голос ребенка, и там... Что-то закричал там ребенок, что-то, мама, я в Ютубе. Я вот отвечаю, не вру. А, там то ли девочка, то ли кто, мама, я в Ютубе. Я говорю, ну что ж ты лезешь мне на стрим, названиваешь, мешаешь. Так же нельзя. И она говорит, мама, мне дядя тут грубит. Я тогда га-га-га. Так, что это? Ты тут, зебра? Что у меня музыка стала громче. Это у тебя музыка включалась или что, я не понимаю? Да я... Чувак мне звонил, я ему ответил, а он ничего не говорит. У меня просто аж музыка сразу громче стала. А вообще музыка слышно на стриме или нет? Ребят, напишите, я пожалуйста. Я не знаю, я без... не слушаю.
Так, что у нас? Тейзер, эстык, вон, Влад Дракула. Ну идите в сраку, отписываюсь, буду Рулёва и Good World смотреть. Ну хорошо. Кого? Good World? Good World. Его недавно забанили, кстати говоря. Тот канал. Ну иди, смотри, отписывайся. Ничего страшного. Я дал брату 2000 монстров, он выбил. А у меня мелкий не сможет выбить. Он как бы мелкий, на самом деле, еще. Так, что у нас тут? У нас пошел тут уже спам. Лагает, уроды мы с тобой. Ничего мы не делаем. Я стыкву, оставь как было, погромче. Ну, поставь музыку, видимо, нормально шло. Ой. Правда, не слышал. Ну, я не слышу, я просто тебя же не слышу в видео. Я в скайпе только с тобой разговариваю. Давайте. Музыку. Что за полоски на экране? Полоски на экране? Да, сверху и снизу у тебя большие полосы. Не знаю. То есть туда, ну, черные полосы просто у тебя экран-то. Может быть... А, я могу немножко опустить, короче. Может быть тогда в этот, как его нафиг, на полный экран тогда делать? А, ты тогда чат не сможешь прочитать. Разыграй какой-нибудь аккаунт. Можно к вам на стрим? Нельзя, наверное. А кто спрашивает, царя кто? О, смотри, Георгий Лепс в Юрмале. 20 числа. А меня возьмете вот Елена, на стрим? Елена спрашивает, давай звони, заходи. Хорошо, сейчас. Ты же молчать будешь, небось. Ну. Ну, привет. И все. Дай мы свою маленькому паролить героев. Я уже сказал, что он не туда куда-нибудь тыкнет. Нет. Так, ребята, сейчас картинка у вас немножко пропадет. Что ты предлагаешь? Хочешь сделать? Ну, Лена тут у нас в стрим добавляет, хочет добавиться. Давай сейчас посмотрим. Ага. Так, добавить участников к этому звонку, добавить. Так, все. Какой жанр музыки ты предпочитаешь? Спрашивает. Добавить участников, показать, так. У вас мухи не замерзают при плюс 6, а у нас нет мух. В этом году. Я не видел. Парочку была. Оу. Привет. Привет. Ну ты в Ютубе. Офигеть. Так, ребят, прошу познакомиться. Это самый злой модератор группы Битва замков ютуберы. По совместительству... Жена. Мой сагильдиец. И зовут это чудо Еленой. О, да, еще то чудо. Так. А еще у нее очень интересные сережки. Че? Давай вебку, вебку включай. Да, Лена, включай вебку. У меня нету вебки. А вот сейчас ты просто отмазываешься. Ну, я продала свой ноутбук, пропила, продала, неважно. Так, поэтому у меня вебки нету. Что у тебя там на заднем плане? Муж ругает? Да, муж ругает. А что вы думали? У вас только жены могут вас ругать. Что, у нас только мужья, что ли? Можно позвонить, я не буду молчать, я поздороваюсь как пацан. Ответь, Зебра, Саня. Че ёпта скажешь? Да. Мама Люба, давай, смотри, просит спеть песню. Я дам тебе Лена, Лена, пой песню, мама Люба, давай. Я не знаю такую песню. Да ладно. На белорусском. Опа, мне торговец выпал. Так. Это, короче, все купим. Придай привет террористу. Привет, террорист. Здравствуй, Елена. Что-то чат тормозит у меня. О, у меня слышно. Александр и Руслан, передайте привет Сергею Камилавкину. А меня вообще нормально слышно? Я не знаю. Ну, я тебя слышу нормально. Я тоже слышу хорошо. Не, ну, конечно. Ты, главное, на трансляции сейчас звук отключи. Ну, у меня очень тихо идет, что я даже ничего там не слышу. Так, муж ругается. Ты там, наверное, прислонилась к планшету там. Не, я с компьютера сижу. У меня наушники. У меня все профессионально.
Так, ну что у нас, ребят, задавайте свои вопросы каверзные, если есть у вас такие. Будем отвечать. То что-то. Тыкву ставить ремку 5 из 5, спрашивают. Если есть арес, лучше аресу поставь. А тыкве, я не знаю. Ну, лучше купидона, наверное. Да, для меня лучше поставить. Ну, я поставил берсеркера своей тыкве. Радуюсь, на волнах очень помогает. Так, скоро должен подтянуться к нам уран. Да, уран к нам должен подтянуться. Я очередной раз влил на арене, ну ладно. Зебра, спой любимую песню. Бомбалея. Нет. Я спою за 100 рублей. Любую песню, друзья, выбирайте. Тебе и так... Прескурант можно найти на все. Надо написать надо. Как в этом. В кабаре или где-нибудь. В кафешках поют там. То же самое. Заказывайте. Да кому-то придай нужен. Передай привет Полине. Привет, Полина. Как бы чё? Я не понимаю, вот эти приветы, как бы. Да ну и что, радио какое-то. И нас на самом деле не так уж и много публики смотрит. То есть, ну как. Меня он показывает 97. Ну вот. Но это мало. Да. Для меня много. Больше двух уже много. Да. Так. Не, нас последний. Ну, не в последний раз, максимально было, я не знаю, человек 6-7. Но это все. Мы... Но это вообще все в скайпе были, а они просто смотрели. Когда 6-7 ну, человек было. Да, когда вы играли в этот, в лигу, что? В лол, да. Вон рюмку водки на столе спой, 100 рублей кинул, говорит. Нет, сначала деньги. Потому что я без денег стесняюсь. Давайте я сам за 100 рублей скину, спою. А за просто так? За просто так я и так очень много чего делаю. У меня хорошо, что я не могу вам деньги ложить, а так бы, наверное, всю карточку бы уже сплавила. Да. Нет, тебе не надо кидать нам денег. Зачем? А, мне по плату бесплатно? Много приносишь. Мне бесплатно можно, да? Да. Так, кто-то тут пишет, Ольга Чернигина пишет, много это человек 250. Ольга, у нас бывало и по 800 на самом деле. В хорошие времена, когда мы были другими, не такими зажравшимися балаболами. Да, вот так вот. Хорошо, я фармлю вообще золото, потом вернусь в королевскую битву. Много это 10 тысяч на Твиче у читбана, да? Кто такой? Уж точно не по битве замков он снимает видосы. Точнее, стримит. Да, битва замков не самая лучшая вещь, конечно, для съемки на Ютубе. Если бы мы снимали сейчас по Clash of Clans, то, конечно, было бы не 18 тысяч подписчиков, а намного больше. 19. У кого-то нет 18, поэтому ты... Заставь... Вот, нет, друзья, вот вы говорите, вы, пожалуйста, просьбы свои как-то подкрепляете рублем. Потому что как-то так... Чё рублем-то? А чем? Покрепче валюту надо брать. Покрепче водкой? Белорусским рублем. Вон, Владимирский Централ просит спеть. Друзья, нет, я... Владимирский Централ, ветер северный. Я уж точно не смогу. Читбан это стример CSGO. Ну вот, я понял, да. Спасибо. Конечно, по CSGO-то. Чем, ну... Понятное дело. Ну ладно, я не буду эту тему поднимать. Я думаю. Долго. Да хватит уже деньги клянчить, нам все равно никто так, ничего не кинет. Тут, подожди, стриптиз. Я пролистнул. Стриптиз 200 рублей, что-то такое. Не, за 200 рублей ты что, издеваешься? За 200 рублей, да. Ты что? Я тебе не какая-то там дешевая проститутка. Да даже дешевая, наверное, на это не согласится. Он забраил за 300. Да. 200 мало, 300... Да я понял, мне скидывают его канал, этого читбана, да, ну, хорошо. Это толстый чувак, что ли, какой-то? А-а-а. Какой-то пухлый чувак. А, Ярослав Егоров, привет, ты $3, конечно, нифига не дашь. Во, надо, короче, в КС. Приколите самый дорогой, конечно. Привет от князя тыквы, $3. Ты сыну аккаунт отдашь? Подожди, что $3? Он говорит, передай мне привет, и я скину тебе $3. Ребята, приходите на встречу игроков в Москве предстоящую. Информация будет в скором времени появляться. Там можем с вами бесплатно поговорить. Пообщаться. Поразвлекаться, попридуриваться.
Да. А когда будет встреча, вы обсудили? Ну, ждем там еще ответа. Вот. А где? Так, что? Да я не буду сыну давать аккаунт. Какой? Ты что? Если я забью, я не знаю, я просто оставлю его, может быть, на будущее. Но сыну я бы не стал. Хватит семьи одного. Задрота. Да. Задрота. Да. Андрей Самуилов пишет. Вот меня все он вызывает, он в Мурманске живет, шашлычком накормит. Да я сам могу, в принципе, поесть шашлычок. Спасибо. Блин, Зебраил, ты можешь поесть только свои роллтоны, блин. Ну, а тебя на шашлык пожарю. Зовут. Когда ты еще в жизни шашлык-то поешь? Я стесняюсь. Ну, блин. Подождите, подождите. Мне покушаешь говорят... Что тебе говорят? А, тут говорят, что 3 российских рубля, 1000 белорусских. Ну да, да-да-да. Да ладно. Ну да, 280 рублей 1 рубль российский. Вообще меня не ценят. Смотри, спой раздетым за 300 рублей. Не-не-не. Давай нолик докидывай сначала, тогда посмотрим. А, за 2000 споешь раздетым, да? За 3000. Ну как раздетым, в трусах там, что я в трусах помогу. Короче, поразвлекайся, народ, мне тут отвечу на звонок. Играешь ли ты в Clash of Clans? Я играю, чуть-чуть. Я играла недавно, ой, ну давно, но мне не понравилось. А, ты Солигорска, да, я помню, что ты Солигорска. Ну, в смысле, я забыл. А это город реально такой? Да, Оленегорск, это под, рядом, ну, Мурманской области. За северным, как он называется-то? Не, просто... За северным кругом. Название прикольное. Почему? Ну, там, ну, блин, ну, у нас там олени, короче, олени, поэтому много. Оленегорск. Ну, я знаю, там медведей много. Это, у нас есть Медвежьегорск. А, Медвежьегорск. Там как раз медведи, а в Оленегорске только олени. У нас все разделено. Офигеть. Так, что тут у нас еще пишут? Передай привет Роме, плиз. Привет, Рома. Стриптиз, а что вы меня просите? Вот у нас есть Елена, я бы тоже посмотрел, как бы. Пишите ей. Ни за что. Только вы переводите сразу на белорусские рубли. Я кошелек отдельно создам. Так, у меня чат завис. Я вижу, что последнее сообщение с Оленегорска почему-то, и все. Нет, у меня не завис, все нормально. Я, кстати, почему-то постоянно зависает. Скажи твой самый сумасшедший поступок. Я не помню. Давно было, да? Да. Саня, кстати, играет, я смотрю, он с кем-то разговаривает и играет. У меня ТХ-7. Спел белые розы, спой белые розы. У меня вообще голос не певца, поэтому будет стрёмно звучать. Ага, 3000 рублей. Ты сначала кидай деньги, потом поговорим. Так, это это Карелия, да. Ну, не суть, там рядом же висит людей. Как долго, что? Лям белорусских это очень, очень мало. Это один раз в магазин сходить. На 3000 белорусских рублей. Хлеба купить. Окей, Google. Окей, Google. Че, 3000 белорусских рублей в российских. За 3000 это... Ну что? Вы... А сколько... Подожди. Это получается 270 рублей, да? 3000? Зеброгорск. Один рубль российский, 270-280 рублей наших. Ну вот 1000 белорусских рублей, это 36... Откуда люди знают про мои туннели в ушах? Туннели в ушах, что ли? Я не да. видел. Ну вот, а другие Продаешь. Знают откуда-то, не знаю. Я в каком клане? Начинается, я в каком-то там, не знаю, в рандомном. Ты пьешь минералку? Нет. Ты пьешь минералку, кстати, Елена? Я не люблю вообще газировку. Не очень. Минерально. Не очень. Особенно в Боржоми это вообще как валерьянка какая-то. Да. Лекарствами отдает. Кто споет «Воины света, воины добра»? Что это за песня такая? Не знаю. Тоже не в курсе. А медовуху пьешь, спрашивают. Меня? Ну вообще спрашивают. Вообще, я вообще не пью алкоголь. А мед? Мёд ем. Ну, редко. Так, что у нас тут? Опять Clash of Clans. Так, медовуху, спой, станцуй. Да, успокойся, не буду танцевать и петь. Песенка за 500.
Что у нас за песенка за 500? Тыква молчит, потому что тыква разговаривает с кем-то. Наверное, его там девушка люлей вставляет. Снимите летсплей. Так она ж уехала куда-то. Ну да, город. Наверное, ей позвонила. Она с другого города ему люлей вешает. Наверное. Ну, она спрашивает, типа, чем ты занимаешься? Там, небось, опять свою какашку там снимаешь? Он говорит, да нет, нет, я там убираю. Угу. Такое все. Так, кто не пишет еще? Ляписа Трубецкого песня, не знаю. Какой я алкаш, я не пью. Какой любишь сок? Ну, что за бред вопроса? Какая разница, какой я сок люблю? Как бы, что от этого даст? Зибрейл, Саша, давай скинемся по лям белорусских на стриптиз арены. Это прекрасно будет, Зибрейл, скидываемся быстрее. Сначала товар. Я ж говорю, 1 миллион это очень мало. Миллион это мало? Конечно, мало, вы чё? 1 миллион? У нас за миллион даже в стрип-клубах не танцуют. Ну-ка, сейчас Ничего себе, 3,5... Это 50 евро где-то, да? У нас доллар 15 500. Ну, я смотрю, что это 3 600 3 700 тысяч. Так, что-то мы, короче, слишком много про деньги. Ну. Так, поэтому давайте немножко отойдем. Сегодня поставил шестую таблетку. Кого посоветуете на волну шестого героя? Основа, тыква, куб, Дракула, дед, друид. Все герои, кроме дракона и разрушения. Спрашивают. Кто у вас на стриме? Как его зовут? Его? Сколько ему лет, годиков? Кому? А, да он спрашивает про сына моего. Ты знаешь Вилки Вонка? Нет. Вилки Вонка? Вилли Вонка, я знаю. Вилли Вонка. Вилки Вонка? Может, Вилки Водка? Так, я вернулся. Не обижай. Тут вообще сегодня вопросы по игре будут какие-то? Короче, нет, я так понимаю, что тут все лоббируют стриптиз Елены, и все. А, уже стриптиз Елены? Да, и пока говорим о цене, договариваемся. Сначала нужно сложиться на вебку, чтобы купить, понимаете? Вебка тоже, ну, нормально. Много-много белорусских рублей. А ты так, ты знаешь, текст... Много-много. Что, в тексте изложить? Да. Оу, я не умею рисовать. И писать, тем более, так. Так, ну можем в группе там повесить, так сказать, объявление. Скидываем белорусские рубли на вебку для Елены. Для танца. Да что у меня за глюки? Сейчас я отвечу родителям. А, кстати, что-то у меня стрим, по-моему, затормозил, не? Да не, вроде идет. Так, что тут у нас? Мне пишет, подождите, пожалуйста, но он идет. Наполовину. Вы знаете про обнову? Ну что, мы знаем. Мы же говорили, по-моему, про. Да, вчера разговаривали у Зибрейла на стриме. Так, ну что по обнове? В принципе, такая информация. Мы записывали видео, Зибрейл записывал видео по этим предстоящим обновлениям. В группе же было, по-моему, да? Да, да, и ждем в середине. Но в середине группе же вроде бы русская, июля. Ну, не публиковали, нет? Ну, скорее, нет, по-моему, публиковали. Они только в английской. Да. Я видела это... Где я видела? В линке? Этот... Эту нет, картину. Ты про таланты говоришь? Да, про таланты. Нет, сейчас будет через неделю, по идее, как раз в следующий понедельник, 15 числа. Да? Будет... С левелами. Да, с уровнями и что-то еще там будет. Покажи скиллы героев, пожалуйста. Так это не я стримлю. Моего сына зовут Тимур, ему 4 года. Хватит спрашивать уже. Стыков, включи вебку. Люди, надоел вам писать, спойте лепсы, я вам 300 белорусских рублей кинул. А как попасть это можно? 10 рублей. Кто давайте, скиньте 100 рублей, спою Елена. Вам. Так, нет, все, до свидания. Чё? Так. Чё ты там до свидания говоришь? Я говорю, блин, просто так петь не буду, все, у нас строгий капитализм. Вот, я могу написать сейчас номер Киви. Пожалуйста, кидаем. Мы, а ты споешь? Мы поем, да. Чё будешь петь? Ну сколько слов я знаю, столько и спою.
Сколько кину, то и спою. Так и спою, да? Да. Так, о чем стрим? Стрим... За 1 лям можно много чего купить, пишут. Белорусских рублей. Много? Не знаю, у меня что-то не получается много купить за миллион белорусских рублей. Подожди, ты живешь в Беларуси, у вас там, по идее, дешевле, чем в России должно быть. Все. Что у нас там дешевле, чем в России? Все. Это наши ездят в Россию закупаться. Наоборот, по-моему, наши в Это когда кризис был, а сейчас же вроде бы немного нормализуется, поэтому обратно к вам. У нас чередуются, то на Украину. А это, знаете... А сколько у вас хлеб стоит в этих? 500 000. Сколько? Че ты врешь? Пипец, короче. Тыква, ты из Армении спрашивает? Да. Азия, я этот, арбузы продаю на базаре. Да? У меня ник в игре Хелен Крафт, если что. Я что-то тут взял всех героев, потерял. Пипец. Ну ладно, тут золото есть. Какой шанс выбить Влада Дракулу? Да такой же, как и других героев. Там нет информации по поводу. Ездить в Раил и отвечать на этот вопрос. Какой у тебя ник в игре? Что? Да вы задолбались своими дошираками. Дещирак. Еще пишите неправильно. Спойся, да. Не буду я, схватит писать, пожалуйста. Что тут, как долго ты играешь? Тыква тебя спрашивает. Как долго ты играешь в игру и сколько ты вообще обновлений за игру можешь насчитать? Ой, ну... Блин, достаточно много на самом деле. Давайте тогда зайдем в официальную группу. Вот сейчас зашел, посмотрим. Тут уже на русском перевели. Но знаете, что радует? То, что в группе ютубера информация появляется быстрее, чем в официальной группе. Так, ну что, тут на русском уже пишут. Мы смогли стащить изображение трех новых умений у наших разработчиков. Как вы думаете, что это за умения и что они будут делать с фрагами? Оставляйте свои комментарии под этим сообщением. Лучшие идеи мы расскажем разработчикам. Да. Они даже не знают, что так они? Вы и расскажете, конечно. Подожди, так это умение вообще? А может они типа вообще? А не, хотя если конкурс был, наверное, по-другому это как-то интерпретировали. Смотри, пишут, что средняя зарплата в Беларуси 3 000 000. А ты говоришь, что ты в магазин не можешь сходить и потратить? Ну то... вот сижу. Да блин, хватит, да. Да хватит уже про магазин. Пошла к вам работать, а вы не платите. Подработать. У нас нет белорусских рублей. Так, у меня есть зато на Киви кошельке 200 тенге. Хочешь кину? И что мне с ними делать? Не знаю. То же самое, что и я могу с белорусскими рублями делать. Так, смотрим. Вот, картинка на экране у нас. Да-да-да. Картинка на экране у нас с этим. Так. Надеюсь, ее сейчас видно. Тут ничего не обрезает. Snake Peek у нас, тут все дела. Но почему-то написано на русском языке, что это обновление, да? Фу-то не обновление, а умение. Да. Ну, а умение и талант это не одно и то же? Нет, это не одно Нет, и то же. Умение это умение каких-то новых героев. То есть я не понимаю, сейчас что, 3 героя новых добавят? Да ладно, тут ребята... А блин... может это они так перевели? Ну, скорее всего, неправильно перевели. Ну, может быть, я буду надеяться, потому что это таланты, а не умение. Если это умение, то это получится так, что... Они хотят еще добавить героев. Ну тогда вообще жесть, ты фиг кого выбьешь нужного. Не героев, а именно как вот третий талант там у Химеры тоже такой встроенный. А-ля, чтоб можно было вставлять. Или заменять, героя. Допустим, это умение у какого-то там героя. Взял да, там талант, паладину поменял. Но я предполагаю, что это таланты. Давай посмотрим, что у нас было на английском. Там таланты написано. Зайдем в ютуберы. Таланты. Так, что у нас тут? Может, изменим информацию по поводу стрима? Что, напиши, что собираем тыкви на CSGO. Да. Так, сейчас... Почему GO? Ну, так называется, CSGO. Так, сокращенную. Ищем информацию, короче, по поводу этого. Вот это вот. Кто это такой? Кто там, что? Я не вижу. А вот это вот, ребят, лицо Зебраила было, когда вы ему кинули на стриме 500 рублей. Неправда. Это было у него такое лицо, когда вы ему кинули 500 рублей, а это недельный запас доширака. Нет, вот, я вот могу человек сказать, радуется. Вот эти картинки, это не я, это просто мой двойник. Давай, рассказывай. Брат-близнец. Так. Нет, на самом деле, просто так получилось, что я пытался скрыть свое лицо и нагнулся достаточно низко к столу. Вот, и...
Но почему-то камера засняла меня все равно. Я думал, что она высоко стоит на ноутбуке, но, к сожалению. Вот это, вот эти вот мне картинки понравились. Да ладно. Вот эти кто вот понравился вот тебе? Вот этот кто-то человек, кто-то из пластилина вылепил Влада Дракулу и Деда Мороза, но на самом деле что-то как-то позитивно, прикольно. Особенно Влад Дракула, это, конечно, вообще тут получился ржачно. Ладно, не знаю, ты говоришь Влад Дракула и крутишь мышкой возле моего лица. Не, ну у тебя задержка. Да-да-да, и поэтому... Он тебя троллит по поводу Дракулы. Так, ищем, короче, ищем эту новость на английском языке, она у нас постилась в группе. Вот, тут у нас Зебраил тут записывал какую-то херню по поводу этого обновления. Так, и где-то должен быть... Вот главное, запостил новость я, а Зебраил, как его, записал видео. Как так-то? Кто успел, тот и съел. Подожди, так мы все равно каждый раз пишем одно и то же. Да. Ну ты что, просто записывай в следующий раз видео, говори, всем привет, я князь Тыква. А мне жена купила красивую шапочку. Кстати. Так, ну что, вот я пришел, короче, на эту новость, тут скрин какой-то с телефоном и с Фейсбука тут буржуйского. Так, Hey Clashers. Подожди, Володя спрашивает, вы ролите на аккаунт? Images from the talent yes. Image folder. Yes, of course, мы они ролим. Они написали талант. Да, да. Талант. Все. Значит, наши, наверное, неправильно перевели, я так предполагаю. Да, скорее всего, так. А хорошо, смотри, как на английском умели. Уже 104 человека, Тыква. Не знаю. Сколько мы? Мы уже полтора часа стримим, да, по идее? Ну что, будем побивать рекорд? Ну, конечно. А сколько у тебя рекорд? Три часа было с чем-то. Надо, можно посмотреть, поискать на канале. Давай. Побьем. По-моему, три. Только что обсуждать? Полтора часа оставшихся. Да, ну, в два начали, в пять закончили. Не, в 5:30. Даже, наверное, 3:30. Да? Так. Я тут все позакрываю, а то у меня что-то тормозит. В чате, к сожалению. Что лучше, разрушитель 100? Да хватит вы про это, ерунду спрашивали. Так, мой канал, смотрим. А когда этот вообще стрим был? Очень давно, наверное. Стрим работает, работает. Я няшка, спасибо. Вы ролите на аккаунт? Ролим, привет. Смотрим чат, а я пока ищу это видео и проверяем, сколько времени мы тогда стримили. Да, какая разница-то? Я вот помню, люди вон по 24 часа стримят. На Твиче, блин. Когда они спят? Или они сменяются как? Есть вопросы. Люди, которые стримят то время, когда они спят. А-а-а. Может, тоже так стримить? Знаешь, просто знаешь, короче, морда твоя спящая на стриме. И кошелек такой. Влево-вправо. Потом просыпаешься и смотришь. Что тебе? Давай я тебе Варвока с Ремкой дам. Не надо мне, пожалуйста, Варвока. Куда мне его? Так, блин, я обещал 5 найти. Часов, даже слова не сдержишь, спрашиваю тебя. 5 часов, так. А вот, марафон лайвстрим. А сколько он набрал просмотров? Он. Так, 3 часа и 17 минут был стрим длился. Ну вот, я почти угадал. 4476 просмотров. Так, что так вот. Ладненько тогда. Ну что, возвращаемся в игру. Так, а сколько просмотров-то было? Я тебе говорю, 4000. 4500. Хорошо, я не расслышал. Мало. Так, вернулись мы в игру. Так, ну что тут собираем? Тут синие кристаллы. Ребята, что у нас там с чатом? Задавайте какие-то свои вопросы. Что-нибудь пишите там, что-нибудь хотя бы. Ну да, пишите. Ой, пишите что-нибудь. Что, может, хлебушка позовем? Она не пойдет. Она уже все, не в нашей команде. Не в нашей писали. А, она же отписалась от моего канала. У нее сериалы. А. И ну, да, ладно. Она отписалась от вас. Знаете? А зачем мы тогда делаем наши стримы? Да, если хлебушек для меня отписалась. А, так, ребята, пам-пам-пам, мне прислали 100 рублей. Кто засранец? Танцуй. А. Или что там просили за 100 рублей? Да ничего не просили, это прислал человек из гильдии SR20RUS. Кто это может быть? Подожди, я помню, вроде бы какая-то гильдия такая была, нет? Так, еще раз, ребята, кто не вступил в гильдию SR20RUS, пожалуйста, вступите.
Ты хотя бы... Ты напиши, в каком она месте. Я потому что сегодня пытался найти ее, и так и не нашел. Последний раз она была на 700. В поиске вводишь и все. А как? Подожди, как в поиске? Ну, заходишь в свою гильдию, и там значок лупа такой. Поиск. А что, можно так искать? Да. Ты я находишь пытался, свою гильдию, и можно хотя бы найти ее по кредитам. И все, потом находишь и вступаешь. Да ладно, Зебраил играет 2 года и не знает. Я не в курсе был. Нет, я нажал он тогда. Он даже не знает, что можно юнитов удалять. Да, позорище. Да нафига это надо мне? Нет, подожди, я сейчас попробую. Я пытался нажать. Ну вот, смотри, я тебе сейчас покажу. Через 30 секунд увидишь. Гильдия, заходим. Я понял. Ну давай. Так, у нас тут уже заявление появилось. PixPix, 80 тысяч силы. Просится в гильдию диктатура. Ну. Бери. Что делать, если нету тыквы, а на 4000 рублей? Что? Что нету тысяч? Так. Диму Саитова забрал. А, слушай, я сейчас не найду, у меня тут клавиатуры нету. Фу, ну, я не смогу на английском. Я сейчас сам посмотрю. Не знаю, я нажимал на эту лупу, и у меня. Вкинь в чате название этой гильдии, короче, я скопирую, потому что на блюстаке только русским могу писать. Сейчас. Просто нужно правильно вводить название. Если большие буквы, то большими. 517 место по силе уже. А, видите, а он за неделю даже меньше, на 200 с чем-то мест. Ну кинь мне, я покажу тут на экране, повысил. Посмотрим, что с этой гильдией. Да я скинул тебе, блин, скинул в чат. Только этого Максима забани, ну кто там пишет эту ерунду. Ну я дал его модератора Лене и Михе. Кстати, где вообще Миха? Где Уран 83? Ура! Давайте дружно но... его куда позовем, ты мне скинул ребята? Название? Давайте дружно позовем Урана. Ур. Снегурочка. Это с таблицы Менделеева? Я не работал в Макдональдсе. Так, SR20.ru сам уже написал SR20.ru. Уран 83 с Менделеева? А, блин, да ладно, я даже сюда скопировать не могу. Приколи, вот блюстак. Подожди, ну вот я нажимаю. А, вот, поиск гильдии. SR... Какое место, короче, скажи мне? 517 по силе. SR2. SR. SR20 рус. Да. 5 человек осталось у него. Собрать. Всего в гильдии 5 человек осталось. Нет. Тыква, настрой язык в блюстаке. Там есть возможность ввести язычок. Уран, приходи. Твою рюмку. Сергей, главное, просит, который ничего не сделал для того, чтобы тыква решил спеть. Никакой мотивации не скинул тыкве, а просит. Так, ну что, да, тут 5 мест осталось. Ну, пора бы уже гильдию и на следующий уровень перевозить. Спрашивает Алексей у тыквы, для чего нужен варлок? Тыква? Спросите у Ирины Хохтер, которая там недавно на первом месте на арене побывала. Не, на самом деле варлок вам поможет отбивать. Да он же крут. Ну он же крут, да. Ну, если у него есть 5.5 реанимация, конечно. Он же нападаешь, даже если со всех сторон, он все равно может отбивать, если враги на расстоянии, даже его, если его не тронут. Ленка, это. У него есть ли реанимация хорошая? Ну, если ремка, конечно. Да. Я уже на такого попала в экспедиции если сегодня. Я в этот... я попал на такого в королевской битве один раз, но я его отбил с 5-й попытки, я там даже видео записывал. Андрюха попал, он там, я так понял... О, он там вообще много... Он выиграл, он много попыток. А, он выиграл все-таки? Да, он в конце выиграл. Он даже, по-моему, расту сохранял. Смотрела видео. Привет, Ика, привет, Зибра. Ну вот, попадался на арене. Ну, привет, Елена. Но в таких случаях, когда на арене он попадается, я просто там в обход шел. То есть он мне там... Его действие заканчивалось до того момента. Ну, как бы, пока там в обход идешь, уже успевает арест все сделать. Тут пишет человек, что первый это удар грома, второй звездный удар, а третий окисление. Вот. Он разработчик, наверное. Еще один чувак поздоровался со всеми. Кого в пятерку? Есть тыква, БГ, друид, химера, фея, смерть. Ну, без химеры. Что наверное. Делать, если нету тыква, донат 4000 рублей? Дружище, надеется. Почему 4? 3300, по-моему. Ну, может быть, там еще по чуть-чуть докупал человек. А я бы химеру поставила в ту пятерку вместо феи. Ну, если на волны ходить.
Она да, как по-моему, на дистанции. Бесполезная. У меня на твинке стоит нормально, она бьет по всей карте. Ну, за неимением лучшего, конечно. Ну, а фея тоже на дистанции бьет. Ну, то есть она стреляет. Не настолько, не через всю карту. Тут просит тебя тыкву включить вебку, Даша просит какая-то. Пожалуйста, которая... это... 3 рубля и наша. Ваши финансы и моя вебка, Даша, 3 с рубля фантазией. И все и ваши вебка. Желания будут исполнены. И рюмку просят спеть. Сколько у Лепса концерт стоит, билет на концерт? Ну... Меньше, чем у Стаса Михайлова. Меньше, чем у тыквы. Поэтому... Да-да-да, ребят. Нет, короче, кто из Москвы, информацию будем давать. Встреча игроков в Москве. И попробуйте только не прийти. Не я вас приду. Всех найду. Тыква, смотри, у тебя там нормально торгуется-то, кстати. Уже второй раз куча синих кристаллов. Ну, попадался, да. Попадался мерзавец мне этот. Так. Че там написал Тимур? Ни хрена не понятно. Ну что... Так, у меня тут что у меня с героями? Наверное, золото я больше фармить не буду. Хотя 2 минуты еще осталось. Могу пофармить золото и еще походить по королевской битве. Или попроходить волны. А слушай, смотри, у меня вопрос по варлоку. Если у него ремка 5 из 5, и ты нападаешь на такую базу с варлоком... Ну, он сразу он сразу то есть, получается, выписан, урон наносится тебе, да? То есть, героям. Да, да, да. А но... если ты их не высадил? Тогда нет. Ну а блин, ну. Почему наносить урон-то будут? Да. Высаживаешь героев, сразу получаешь люлей. Ну как ты люлей получишь? Если ты зайдешь в. Неважно, где он стоит, короче. Варлока такая. Я имею в виду, смотри, у чувака варок 5 из 5. Ты заходишь на его базу, и варок сразу врубает умение, правильно? Да. А потом ты можешь выпустить своих героев. То есть после. Нет, ты когда выпускаешь на его базе своих героев, он сразу включает умение. Когда будет по кому включить умение, понимаешь? Нет, он может просто так включать умение. Он не будет ни в кого просто так включать умение, пока ты не высадишь своих героев. Он бафнет просто, и все, мне кажется. Нет. А давайте в копатель сыграем. Какой копатель? У меня тут еще волны надо проходить. Да какие волны? Вот чувак просит копатель, я не против. По-моему, он на ВКонтакте есть даже. Можно сыграть. Втроем. Так, что с волнами? Проходить волны, не проходить? У меня тут 5 попыток. Проходи. Так, патрон 0.33. Пожалуйста, хватит писать мне про варлока. Кто лучше, дед или химера? Я думаю, что дед лучше. Что за девушка? Из какой она гильдии? Лена, из какой ты гильдии? Ты девушка? Лен, ты где? Все. Я тут, я просто выключала микрофон. Зарядка нужна была. Ай, да ладно, наверное, с мужем собачилась. Ну дай мне еще чуть-чуть побыть на стриме. Я независимая, сильная женщина. Муж хороший, в отличие от ваших жен и девушек. У меня тоже ничего, муж. У меня тоже нормально все. Мне на основе стоит снеговик, тыкал ВГ, друид, фараон, не лопал, купидон и смерть, за место кого стоять, а не меньше прокачивать. Какую волну запускать? Давай. Т. Че уже мелочиться? Вроде против ворот опять. Фигня, что я до Т еще не дошел. Ты кто прав, зебра про ворота. Ну хорошо, я понял. Я верю. Так, ладно. Пошли копателя. Если пойти тогда на нормальную волну, тогда что ли гарнизонов поставить хоть? Да понятное дело про ворока, что у него он сразу стреляет, но вопрос-то в другом был. Ай, ладно, пошли на кью и все. Если ворок так, сдайте скайп, нет, кто лучше, рыцарь тьмы или До? Кто лучше? Кто лучше? Рыцарь тьмы или До? А кто такой До? Не знаю, сама додумай. Ну До, наверное, лучше. До. До, наверное, по-любому лучше. Смотришь Наруто, есть? Тыква. Нет, я эту херню не смотрю. Слышь? И не смотрел. Слышь? Как ты после этого... Её только Зебраил может смотреть. Чё, я с 2005 года эту херню смотрю. Никак а не мне не очень. Да бред полный. Забросил. Не, аниме нравится, но Наруто как-то не мой жанр. Нет, если бы его чуть-чуть покороче бы сделать... Этих. Потому что слишком длинный, конечно, вышел. Ну, конечно, столько сезонов-то. Ага. Так еще неизвестно, до какого они будут года это снимать. А сейчас же вроде бы фильм на экраны, не? Так не суть. Ну, полнометражка в плане. Так там куча уже этих полнометражек выходила. Не, сейчас кино идет, ну, по крайней мере, у нас. В смысле, в мультик?
Или да, фильм? Мультик, полнометражка. Так я тебе говорю, 10, по-моему, фильмов выходило по Наруто. Ну, я не слежу, я только знаю, что сейчас идет. Ну, может, у вас в Беларуси только первая часть вышла? А, да, конечно, может, и не отстали. Батька посмотрел, сказал, ну, ладно, можно пропускать. Сергей Иванов пишет, пока жадные... Так, тихо, иди сюда, да, я прочитаю. Лена из Беларуси, Минск. Пока жадные, вы же для себя канал создавали, а с людей бабла тянете. Да кто вы после этого? Звездная болезнь всех возьмет. Всех возьмет. Уже взяла. Проститут. Да, 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 звездная болезнь. Пипец. Когда со сковородкой по кухне ношусь, у меня тогда сразу такая звездная болезнь включается. Ты когда просто... за тобой со сковородкой. Меня тоже в квартире все узнают. Бабки трясем. Ребята, я сейчас на энергетике и на пиво потратил больше денег, чем я на ютубе, блядь, зарабатываю. Что вы от меня хотите? Ну вот, манга закончилась, пишет Наруто. И что, он там стал Хокаге? У вас каждый делать... день теперь стрим будет? Нет. Вы что, офигели? Наруто нам еще нужно когда-то работать. Наруто это круто, видишь, пишет. Нет. Ну ладно, не суть, в общем. Свои вкусы. У меня запись вообще идет? Да, идет запись. Да забей, зачем тебе запись? Да потому что стрим вечно, ютуб, короче, запись. Обламывает. Да ты бы купил нормальный компьютер себе бы уже. Нет, я имею в виду, что после обработки ютуба, когда стрим заканчивается, он там вырезает секунды и получается речь... Да, вякает. Так, может, интереснее смотреть. Какого героя купить за кристаллы? Ну, я не знаю, каких у тебя героев нет, но покупай Бога Грома. Спойте рюмку. Кинь 100 рублей. Помогите, а Варлок будет бить по юнитам? Если да, то можно сначала юнитов пускать, а потом уже героев. Кстати, ну, что-то с оповещениями произошло. А смысл, смысл этих юнитов тут пускать? Уже никто юнитов не пускает. Ну, в плане, что игроки прокачаны, уже юнитами пользуются только обычно. Я пользуюсь. Где ты там пользуешься? На твинке. Ну, на твинке. Ну, что он у тебя не прокачанный. Когда уже герои прокачаны, там уже все герои решают. Юниты не нужны, но если только в жестокое подземелье проходить. Ну они же там вроде бы писали, что возможно когда-то они юнитов начнут прокачивать, ну то есть улучшать, если, ну конечно, если это понадобится. Была такая информация, Зебраил знает, читал про это. И что? Я думаю, там у разработчиков планов много, но... Ну, что они, возможно, в будущем с юнитами будут работать в плане их усовершенствования и улучшения. Ну, как... ну да, говорили такое. Ну, может, а возможно и не будут. Так, ответь, подскажите, у меня в основе стоит снеговик, тыква, бог грома, друид и фараон. Мне выпал Кубидон и смерть. За место кого ставить, но они меньше прокачаны. Пошли в копатели. Так, подожди, снеговик, тыква, бог грома, я друид бы вместо фараон. Снеговика. Вместо снеговика поставь Кубидона. Сколько будет проходить стрим, пока у меня энергетики не закончатся? На сколько часов у тебя осталось? А кого покупать за КГ, Атланта или Химеру? Я думаю, что ни Химеру не покупай, и Атланта не покупай. Но хотя тоже, смотря какая ситуация у тебя с героями. А я Атланта покупала, помню. Зачем? В свое время, потому что у меня полгода ни одной редкой легенды. Точнее, только выпал рыцарь из легенд и фараон за полгода игры. Больше легенд никаких не было. И мне приходилось покупать. Так, кого ставить в основу? Тыква, рыцарь. Так, тыкву ставь, Деда Мороза ставь, Дракула ставь, Варлока ставь. Так, и, наверное, рыцаря тьмы ставь. Это Патрон спрашивал, 0.33 World of Tanks. Так, Спидзист спрашивает, сколько мне лет? Угадай. Мне интересно, сколько ты скажешь. Кто, я? Нет, Спидбиста. Я живу в Мурманске. Как выбить бочку? Скажите тактику. Ее можно купить за 30 кристаллов героев. Не, больше. Выбить лучше. За 35, по-моему. Как быстрее силу прокачать? Просвещать. Просвещать героев, поднимать учение уровень. Свет. То есть. Дополнительных то есть героев, да. Так, ты сейчас волны пройдешь, давай потом в Агарию. Какую в Агарию? Ты зайди, посмотри, тебе понравится по-любому. Агар и О. Да там убегать. Кружочек убегает от кружочков. Меня быстро съели. Женщина плохо объясняет, так лучше. Кружочки убегают от кружочков, меня быстро съели. Ну, вообще, в принципе, информативное объяснение. Короче, интересная игра. Почти 27, да. Угадал почти.
Так. Какое 27? Ура, ты глаза открыл, кто-то. А, мне лет? А мне это? Я имела в виду бочку за. Мне нравится. Князь, князь, соко тебе лет. Соко? Да. Сколько? 25 лет мне. Так ты молодуха? Спойте рюмку водки на столе. Жалко, жалко, что ли? Давай спой, Сань. А как там было-то? Рюмка только водки на столе? Рюмка водки на столе, там что-то... Загугли. Перегар, что-то такое. Только рюмка... Не, не могу. Рюмка водки на столе. Ветер плачет за окном. Ветер плачет за окном. А дальше я не помню. Что-то там... А дальше пот... я не помню. Ну все, ребят, вы мне теперь бабок должны. Ты поешь как пират какой-то, а не как Лепс. Ну я что, на Лепса похож? Как играть про кружочки называется. А вот тебе скинули agar.io, набираешь в Яндексе. Ну, неважно где, это сайт, просто сайт. Слушай, называется. Ты там потряси этого Урана, куда он вообще пропал? Ура, ура, да ура. Он уже успел в группу выложить видео свое. Да он решил запилить видос. Вот ну, так вот. Нас и так мало людей смотрит, а он еще в группу там свои видео постит. Так, а как ему? Позвони ему, попробуй еще раз. Так вроде. Нет, у нас он в конференции, можешь позвонить ему еще. Как игра про кружочки называется? Опять начинается вопрос. Я вот поставил на волны тыкву и лошадку. Тащу теперь все на свете. Какую лошадку, интересно, он поставил? Кто это такой, интересно? Конь какой-то. Гов контрастите. Мама первое слово. Что? Мама первое слово, главное слово в каждой судьбе. Тоже песня, по-моему, какая-то. Так, да ну ваши песни и CSGO. Давайте про самую пацанскую тему аниме. Какие аниме? Пацанская тема, аниме, ты что? Ты чё, пацан? Нифига себе, чё у меня так башня так далеко фигарит? Что это за глюки? Приколи, у меня там на пол карты, короче, магические башни били. Да это у тебя интернет тупит. Кстати, у тебя темный экран, черный экран сейчас. Я знаю, я включал. Ты звонил Михе? Да. А, вижу. Да он, наверное, в пробке сидит. Ты Зебраил был? Почему я лошадка? Уран в урагане. Там уже этот начался, Малахов. Малахов? Да, пусть говорят, в смысле. Малахов плюс? Нет, ну, пусть говорят. Какой герой самый сильный? Ой, мама идет. Ну, тут уже поют вместо тыквы. Только рюмка водки на столе. Вечер плачется в окно. Тихий больно отзывается во мне. Тихо, это мало. Что? Это молодой луны. Это и молодой луны крики. Подожди, разве так? Я думал, ветер плачет за окном. А тут вечер плачется в окно. Ригадым, ригадым, касторигудым динай, тра-ла-ла, тра-ла-ла, касторигудым динай. Приучаемся к латышской культуре, друзья мои. Вот чувак пишет, пацанская тема это титьки, попки и жратва. А как же просвещение? А как же аниме, ты что? Какое аниме? Цукури Машо, вот это вот. Цукурс на латышском сахар, кстати говоря. Нет, это тоже из аниме. Так, давай 106 ты... человек смотрит, а у нас только 35 лайков. А у нас только 100 рублей. Давайте, если сейчас будет 75 лайков, я включу вебку. 75? Да. Подожди, в смысле 75? Сейчас 213 лайков. Да, конечно, придется. 222. У нас 100 человек смотрит только. Ты обнови. 107 у меня показывает. 107? Ты обнови, пожалуйста, свой... Вот у меня тоже 107 показывает, но лайков 107, показывает 35. А 222 лайка, я не знаю почему. А, 222 лайка показывают? Да. Ну все, включай вебку. А, да? Можешь включать. Ты обосрался, короче, с ценой. Да ладно. Ну обнови, блин, нормально, F5 нажми. Да, стрёмно, там еще что-нибудь зависнет. Ой-ой-ой. Про мамонтёнка спой вот по поводу мамы. Кто смотрел «Токийский гуль»? Ну, началось. Кого? Это аниме такое. «Токийский гуль». Гуль-гуль. Не, я на «Астрал» хочу сходить. Так, на да, кого? 238 лайков «Астрал». И 14 дизлайков. На кого? На «Астрал»? «Астрал 3».
Что это? Ужастик. 262 лайка уже. А, я не смотрел. Астрал 3? Порнуха какая-то? А, блин, ребята, у меня сейчас, если, короче... Для тебя все. У меня тут что-то сейчас, походу... Программа... Программа записи может долбануться. Да не, вроде бы... Вроде все у тебя нормально пока. Ну. О, привет, ребята. 265 лайков. Короче, включил я вебку. Потом можно попридуриваться с хромакеем. Ура, поставил 6-ю таблетку и воткнул в нее разруху. Поздравляю. Так, смотрим, что парень в кого-то хоть воткнул. Так, ну что мы, проходим дальше волны. Ответь, на кого копить, БГ и фараон. Я бы, наверное, сначала БГ купил, потом... Бога грома сначала покупай, да. Ты побрился, нет? Ну, я немножко навел порядок. Пару волосиков выдернул, что ли? Ну, там подбрил немножко. Как Купидона выбить, да так же, как и всех остальных героев. Я вообще, меня мороз, вообще видно? Паладин. Да, о, да, меня видно. Паладин. Когда начнется стрим, спрашиваю. Вебку кто-нибудь включите. Во, включили. Если ответишь мне, князь тыква, я поставлю 10 лайков. Ой, да ладно. Почему сегодня без доширака? В смысле? Я могу похрустеть. Потому что вы никто не кинул денег на доширак. Хватит жрать уже. Ух, да, вот достал. Второй день подряд. Я помещаю себе в рот эту вкусную чипсинку. Со вкусом белых грибов и сметаны. Очень... Ой, я только что ела это же. Иван, да? Максимов, наш сагильдиец из диктатуры, просит передать ему привет. Привет, Иван. Если тебе этот привет поможет, ну, я буду очень сильно рад. Так, что у нас тут? Вконтакте мне кто-то пишет тоже. Напишу Урану, где он вообще? Пацанская тема — это когда выбиваешь девку в битве замков и смотришь на Тити-Пити. Вот так вот. Какую-то ерунду ты сейчас тебе сказал. Нужно играть в эту, в арабскую версию. Так я прочитал просто сообщение человека. Так. Введите в гугле дьявольский ангелочек, просим, плиз. Да мне стрёмно как-то. Последний раз, когда вводил то, что ты мне диктовал, там был плохой итог. Меня чуть YouTube не забанили. Опять какое-то аниме, короче. А, ну это порнуха. Нет, хентай с тентаклями. Почему, когда ты сказал «побрил», посмотрел себе в ноги? Не-не-не. Лицо. Лицо я побрил. Все. Вы что, ребята? Здорово, ребятки, пишет Роман Кожедуб. Роман, тут стрим, как всегда, ни о чем, никакой информативности, мы просто сидим и балаболим. Ты что там, шампанское пьешь? Нет, энергетик. Бокал из-под шампанского? Это не бокал из-под шампанского. Тебя спрашивают, Лера, сколько тебе лет? Лере не знаю, сколько лет. Лера Кудрявцева. Тут Лер нету. Так. Ну что? Кто это за женщина? Кто это за женщина? Ладно. Что она поет? Короче, давайте я выставлю гарнизон и пойдем на пятую волну. На копателя. Иди ты со своим копателем. Хотя, конечно, деда еще не перевел на девятую звезду. Что, копателя больше людей смотрят, чем битву замков. Что такое копатель вообще? Ну, типа Майнкрафта. Что да, это? Браузерная игра какая-то? А я слышала, что Майнкрафт выкупили. Майкрософт выкупил. О, если Майкрософт выкупил. Может, они там графику поменяют, нет? Поставят, да. Windows. Ребята, все, что выкупает Майкрософт, начинает плохо работать. Вспомните Skype. Вспомните Nokia. А что? Вспомните Nokia. Обижает тебя мама? Бедненький. Ну, сейчас. Так, ну что тут, ставим гарнизоны. Я здесь. Смотрели видео, какие у чувака гарнизоны, который Т5 прошел на английской версии. У него там шестерки там и так далее, да? У меня парня нету, муж не разрешает. Лерка Петросян. Тут про Леру какую-то спрашивали.
Так, у меня уже ноги затекли. Да нет, тут Лер, Лена есть. А Лер хорошо, нет. Ребята. Так, кстати, что у меня есть вообще? У меня синий кристалл или нет? Может, кого-то сейчас просвет качну? Эти смерти немножко качнем. Я ее все-таки на волнах использую. И... Руна ожога вообще лучше продавать. Да, не я все хочу. Ставить его на кого-то. Я хочу все добраться. Ты кому это мне говоришь? А тебе надо? Не, спрашивали в чате. А я вообще хочу добраться эти синие, тут зеленые руны. Кстати, продать. Видео подлагивает немножко. Да? Да, запись у меня лагает. Да ладно. Ну да, заедает местами. Может тогда вебку отключу нафиг? Как хочешь, я уже насмотрелась. Да. Все, да. Так, ну что, я тут. Так. Пойду разберусь, что там кричат. Так, что мы тут еще? Этого давайте улучшим. У меня тут герои уже, все дополнительные герои достигли 120 уровня. А, у меня тоже... Не, у меня докачивается в гарнизоне. Что-то я книжками качал, что-то у меня там в гарнизоне качалось. Так, это все дело можно перевести, только у меня денег нету. Ладно, посмотрим, что. Диктаторы принимают, по-моему, 45 тысяч силы гильдии. Да. Так. О, у меня есть куда значки почета потратить. Ладно, ну что, погнали. Включаем тогда я с волну. Последняя попытка как раз есть, и посмотрим, что из этого получится. Блин, классно на с волне сидеть. Там Джуна умерла. Кто? Джуна. Ну это кто? Экстрасенс. Кто это такая? Там этот Малахов говорит про нее. Она с Пугачевой подралась. Серьезно? Да, там какая-то история была. Так, чё, ну что, короче, на S1 в волне, я посмотрим вообще, я дойду до S5 или нет. Сейчас я подойду. Меня спрашивают, какие у меня герои в основе. Ой, Дракула, Тыква, Смерть, Шапка, Друид. А кто шестой-то у меня? Ой, не помню. А, Бульдозер. Шестой. А где вебка? Где я вебка? Включил там что-то. Проверь картинку, тормозит, не тормозит. Ну, в плане, что сам стрим видео. Я за что 100 рублей отправлял? Да кому ты отправлял что-то? Себе. Так, ну что, где моя вебка? S2 волна. Я решил вебку включить. Герои пока что целые. Я бы включил за 100 рублей. Показал бы красивую шапочку. Мне жена шапочку купила. Мне вчера хватило. Я побрился. Так, блин, ну пипец. Я сейчас походу, да, вольюсь на S2 волне уже. Офигеть. Да. Что-то как-то фейл. Ну ладно. Хорошо, ну давайте тогда еще. Я использую одну попыточку. Лена, включи вебку, просит. У Лены нету вебки. Собираем Лене на вебку. Хочу хотя бы до S5 волны дойти. Да начу потихонечку. Так, по 3-4 тысячи самоцветов в месяц. Белорусских рублей. Не, в месяц. Ну, в сумме, чтобы получал. А у тебя уже есть этот разрушитель? Да я его уже слила. Угу. Да ладно. Не, у меня, по-моему, сколько у меня, 87, что ли, всего тысяч самоцветов в сумме. Фу. Вот у меня вопрос, тормозит сам стрим или только Блюстак? Ну, Блюстак у меня и так все время тормозит, а вот что касается стрима, почему такие проблемы, не понимаю. Устал. Спидбист пишет, что я единственный человек, кто прочитал его ник правильно. Я вообще не читал его ник до этого. Зато теперь прочитал. Видишь, какой ход? А может он не спидбист, а спидбест? Короче, да, какая-то ерунда со стримом, на самом деле. Может, мне надо этот... Я вот... тебе говорю, тебе нужен вкопатель. То есть твой компьютер только копатель поддерживает. Нет. Я имею в виду, что у меня как-то этот стрим-захватыватель, Open Broadcaster, эта программа, она в последнее время некорректно работает. Не знаю, я думаю, что тут
Так, Саня мне что-то пишет. Не, ну это да. Ну в плане, наверное, может плохо слышно нас, еще что-то. Зебра, проверь, что там вообще как происходит. Так, у меня спрашивают... немножко подлагивает. У тебя, короче, знаешь, как у тебя такие лаги, как будто зависает просто. Да, и отлагивает потом. Как кустами рвет. Да-да-да. А проверь, там потеря кадров есть на ВБС? Там внизу, да, допустим? Есть, идет потеря кадров. Может быть, снизишь скорость? Ну, блин, это же... Лена, как ты задонатила в Беларуси, спрашивает человек? Ну, я ж хочу ответить. По карточке, просто через МВП. Либо привязываешь карточку к Google и уже через Google Play оплачиваешь. Это два варианта. Можно через Яндекс.Деньги тоже по карточке. Все идет. Но если карточки нету, то не знаю. Жалко. У родителей попросите. Добрался до S4 волны. Но это все дело тормозит. Я, так сказать, работаю, могу себе позволить карточку. Так, слушайте, ребят, у меня приколите, у меня осталась одна база героя. Чудо-программист. А ты программистом? Да. Да послушайте меня, говорю, я на четвертой волне, у меня все герои живы, и одна база героев осталась, которую скоро все вырубят. То есть я сейчас дойду до S5 волны, даже если я всех там начну крошить. Хлебушек говорит, можете звать ее в скайп. Если этот, как его, если я все... Подождите, дайте да расскажу. Да подожди ты, Саня. Если я на S5 волне даже сейчас тут всех вырублю, то у меня быстрее, короче, базу героев бомбанут. Так, большой дракон вылетает, и... Блин, ну у меня быстрее базу долбанут, сволочи. Или все-таки... Нет, героев просто снесли, приколи. Пыхнул один раз этот урод, и все, всех снес. А у меня еще ты на S4. Звони Хлебушку. Елена, а чем ты? Ты на каком языке программируешь? Ну, сейчас на C-Sharp'е вообще. А ты где-то... Где работаешь? На какую-то компанию? Из дома или... Как нормальный человек, хожу к 8 утра на работу. Ну, она такая полугосударственная. А что не хочешь на кого-то работать, нет? Так. Ума не хватает. Ума не хватает? Да. А что, C-Sharp легкая штука? Ну, более... Ну, я вообще хочу на Java перейти, чтобы можно было под Android писать приложение, но пока это как-то не ахти. Ну, надо. Может, будешь в битве замков работать, дописывать что-нибудь? О, не, боже упаси. До игр мне далеко, очень далеко. Самоцветы там нам. Если... Так, я так понял, можно я создам свою... банановому хлебушку звонить? Хотите да, позвонить? Давай, смотри, давай групповое устроим звонок. Окей. Так, картинка сейчас пропадет. Ты не забудь потом посмотреть дьявольский ангелочек. Джибуру. Так, ребят, давайте я на всякий случай перезагружу сейчас эту трансляцию. Лена, не успел. Хорошо, что я не прочитал. Посмотрим, как ты думаешь, зебра это поможет, не поможет? Я не знаю, мне кажется, только копать... Все равно, может, не разрешает. Пускай хочет. Может, они разрешают.